Ну а Вова зашел в игру, может он хочет поиграть, ты можешь уступить, если он не на. Не, он не в нашем же клане. Это друг клана. Сейчас у меня ФПС 256. Так, каратель. Бочка, бля. Он будет его поднимать. Ну, триггер апнутый, блин. Все надо принимать, потому что он будет поднимать, под тебя подъезжать. Добрать тебя и расстреливать. Я думаю, если мы вот у базы в этом месте, в принципе, будем кататься, ты там можешь кинуть битл, а тут нагреется. А. Это бочка не со зло. Там две бочки. Да, две бочки. Предлагаю, может, аккуратно вкатить в них. Ну, можно вкатить, не да. Зазовите ебать. Аккуратненько. Что, вкатывай на них? А. Я забить еду. У него дальников нету, и штука это на левике. Пулик под мостом. Что-то далеко получится. Бочка на мосту. Пулик у них справа. Ой, бля. Так, а вот левик я не вижу. А, все, понял, левик походу за мной сзади. Угу, левик сзади меня. Так, левик у меня в пальце. Нет, пулик, короче, пизжу. Так, Лёвик перся в стену. Да-да-да, хорошо, что я его нагрею. Стоит Лёвик в стене. Ну. Он горит. Помогайте, ребят, он горит. Бля, меня сейчас побреют, но. Еще раз кину. Все, меня побрели, бля. Надо мастик. Ну, нормально, 7 косарей выкинул. Ну, все, я выжил. Ой. Ну, Полик там уже подложен. А, Полик, Полик, ты хорошо, что ты его поймал? Я ему кинул прям вот это. Я встал так, чтобы он понял, он в меня вперся и... Давил мене в стіну, потім він мене забрав і сам в стіну. Не, удачно, бо я закинув два рази. І він як будто, знаєш, як в текстуру провалився туди, полкрафта в нього як будто передок провалився в стіну, в скалу саму, і він виїхати не може. Зараз як класно, що ти нагріли його. Угу. Нічого не поміняли. А що, якщо нічого міняти, що міняти? Як ото, як блін, в деревах застрянеш, так само цей Льовик застряв в скалі, блін, і виїхати не можна. Якщо ти його опять словиш, буде хорошо, я успію його кинути. Дочки. Дочки ті зараз. Да, за каністри. Ну що, я так подивився, поки він, ну, він мене забрав, ти кидає в хоч каністри, то 7 косарей влетіло йому. Чи поки можна не торопитися. Слушай, а ми можемо, в принципі, да, не торопитися. Да-да-да. Пулик хоть и на этом пулик где-то далеко, бля. Просто они могут на базу потащиться. У нас просто время ремонт включено, у нас. Но я чуть-чуть подходю до базы, но тут обочку прокидывают. Я кинул две. Выкажи, где-то там вин видишь, чтобы я снесу. Так, бочка накидывает. Ой, блядь. Пулик у них там на мосту стоит. Так, 400 с чем-то бочки дал ховерный. Аккуратно. Застряли. Что-то инвиз идет под мостом. Нет. 500 бочки дал. У нас справа там. Там вот пулик стоит с той стороны моста. Может я там попробую вылечить на него?
бить от... Да, не надо пока. Вот это вот попробуем. Не-не, давай пока так, то что, ну, на это. Пепел, пепел можешь туда прокинуть. А, они уже захватили, блин. Это плохо. Так, бочка на воде. Давай сейчас. Вон, Левик, наверное, заходит только. Или кто это? Левик. Нажми X, где ты? Я тебя потерял. Я вот здесь, вот я накрыл. Я пробую брать базу. Беру базу. Да не стало. Левик вкатывай в центр. Левик. Він мене зашкурив. Дал Левику. Нагрел немножко его. Блядь, у меня тут еще бочка. Ведь тебе поросы там все нормально? Вроде. Я Левику кинул, единственное, что у нас такой. Серега. Левик заходит. Больно. Блин. Зашкурил Витю. Витю зашкурил. Разум, блин. А минус. Да бочки надо забирать все-таки. Что-то я сейчас попы взял. Я пулик. Их Левик, в принципе, не сильно живучи. Вот теоретически, кстати, может даже вот соло шлепнуть. Да вряд ли. Это если он там где-то на базе. Они меня давят сильно, видишь? Надо мне, короче, бочки забирать у них. Сейчас что-то Что, оставаться на ногах или взять скарпа? На ногах хорошо еще. А там ушки, да? Карта не болится немножко. Тут сейчас сложили, понятно, где, откуда, что. А кстати, а что это? Серег, а что ты не это дал захватить-то? Прокидывал бы на центр. А я прокидывал через верх постоянно, они достаточно нагретые были. Я просто там очень маленький урон получается. Они не резут лужи, объезжают просто так все. Потом это... Не забывай, что я сегодня первый день на этой хрени. Я пока не знаю ни прострела, ничего. Только на карте смотри, что в карте. Видно, что. А мне по карте я вижу, просто. Ну, пошли так же, наверное. Как в первом бою. Хватим аккуратненько. Погнали. Попал чуть-чуть к одному. Пулик на мост поднимается. Бочка спрыгнула. Быстро уехали. Может крайнего здесь попробую зуб? Это пулик. А нет, бочку нет рядом здесь. Лечу. Я не захожу, я уехал. Угу. Левик. Левик. Он тебя пытается поддеть. Бочку бей. Левик, я Левик попал, хорошо. Накасать, 4000 Блин, проебал, запал. Тафин, как? Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Что, мисанул тебя? Застрял я там. Бочки накидали, чё. Надо вообще, наверное, будет, в принципе, не ехать, пока стреляю. Что-то я Левик заезжать вас не будет. О-о-о, а вот и пулик. Прям меня заходит не конец. Сука. Нагретый, но я же... Меня в пулик убил. Как ты пулик горит. Не, ну, как бы... Конечно, было тоже удобнее брать немножко с двумя бочками. Да не, в целом, как бы, не знаю. Могли и выиграть, могли и это. Не знаю, правильно сделал, неправильно. Поспеши. Наверное, поспешил немножко, да. Я как бочку от одну хорошо забрал, просто я потом что-то поехал со второй, вать, надо было не уехать. Тебе надо, Витя, так заходить, когда Левик заходил в нашу, когда он не на тебя отвлекается, а на нас. Я просто, да, вот я вторую бочку сразу решил забрать. Ты зашел туда, до него, и Левик на тебя, и бочка, да. Короче, там все. А если мне надо было забрать бочку и уехать, все, тогда было нормально. Ну, он же, ему же важко переключаться на того союзника, ну, противника. Сейчас все уже собрали. Если он сам определяет. Мамонты, бля, аснутые.
ты еще не вкачал эти штуки, да, новые? Смотри, с нами этот, против нас, как его, Дима. Короче, у нас планя был, который долбит. Угу. Это долбит рус. Они слабенькие, просто не играть. Я надеюсь. Расстрел был жесткий, честно, да, свистело все. Я предлагаю проехать немножко, попробовать, там, может, на базу встать, вариант. Если они протупят чуть-чуть, то может там и дефиться. Могу попробовать разогнаться, встать на базу. Ну, мне кажется, уже на нашей базе. У нас тем более еще один, он отстал. Да, на базе. Разворачивайся тогда. Угу. Сейчас я могу паука забрать нашего. Иди, да, самое правильное было бы все встать. Я пока сделал это вместе. Ну, не, видишь, единичку берут. А кто у нас там один? Далеко, далеко. Давай сюда заезжаем, да все. Сейчас попробуем, что сразу Левик растись. Не, Левик уехал. Там можно заднюю шелпань попробовать забрать. Они сваливают единичку. Ага. По Вите кидают жестко. Вить, значит, ты сильно не спеши. Мы не догоняем. Левика встретил. Все. Нагрел, сволочь, нагрел его. Я его зеленым огнем нагрел. Меня сзади какая-то тварь ломает. У меня кушак там не сидит. Полторы штуки кушаку дал. Конечно. Я забрал кушак, сука. Забрал, конечно. Корыть, Витя, ну... забрал. У меня еще 1000 хп, все нормально. Помогайте там против этого мамонтов. Да ё-моё. Куда ходишь? Когда еще один? Не бей теперь. Слушай, а 700 хп в принципе... А, они их взяли, сучки. У вас время да. Стать на базу взять. Да вы задавите. 1100, у него уже искрятся. Все, сейчас я еду. Минус один у него. По очкам, судя, я был бесполезен, хотя я нагрел, я четко в него попал в зеленым пучочком. Да, нормально. Особенно если он, знаешь, вот классная нагревашка Ченка, да, то вот особенно зеленая нагревашка. То есть ему вдруг с ним в клинч встали и застряли, да? Ну да. Гелик да, взяли вместо мамонта одного. Ушак на все очень сильно. Надо сделать его наклоненным, чтобы он вперед стрелял. Вижу. Надо крафт другой искать. Можно, конечно, сейчас попробовать заехать, не знаю, на базу. Нет. У нас паук медленный. Так, паука бросим, его убьют. Нельзя паука бросать. Левик едет первый здесь, ушел в инвизи. В инвизи, да? Побиваю, здесь у меня. О, он один. Можно... Дал ему чутка. Меня опять заебался этот чёрт. Дробаш, возвращаемся. Можно этих двоих забрать на базе, попробуем. Блин. У меня Левик на еще спину будет кидать. Вот или куда? Бля, куда я, блядь, стреляю на? Помогайте, Витя. Нагрел Левика. На таком крафт я не успеваю за вами. Ты надо брать еще другой, Коля. Блять, сука, вот куда, вот куда я там врезался? Левик куда вообще подогрев Левика? Левик по мне скидывает. Угу. Да вообще Левику. Еще дал Левику. Еще дал ты еще. Еще, блядь. Хорош.
у нас Левик убритый, мало кто видит, дай их базу прыгай. Да, все, все. Не паникуй. Все в порядке. Я за вами не успеваю. Шукам, блядь, я очень не нравился. Ты Левику не нравишься. Потому что нагреваешь. Я помню, Тейлор, он как вообще играл? Хорошо или плохо? Что-то не помню. Пишет. Тейлор, что-то, по-моему, славник какой-то же, да? Я даже не помню. Тейлор, это же, по-моему, Толик на том крафте играет. Тейлор, это, по-моему, ну, он, может, заходил с него, как его... Ну, Толик заходит на Тейлора играет. Ну, он пишет, как дела, вот. Сейчас, может, интересно. Крушек, бля, светляк. Какой необычный Левик у них, странный, необычный. Ну не просто КВ. Торник, Толик, писал. Пришли типа свой бой покатаем. И все. Я тоже свой бой сдал, не пошел. Потом покатаем как на пушках. Все надо. Что, можно встретить? А можно, кстати, да, встретить. Там светляк была дробаша. Не люблю их сосиска. Так, вони заходят по правой стороне. Угу. Медвизи ушел, есть? Выбивает сильвизор. Побивая. Угу. Так, 1400 дал. Я зашел. На меня зашел за помощь. Что я сделал? Левик так, отдал. 1800. Все, Левик меня убил. Че Левик куда полторы? Меня кушак ломает, ну сука, забрал. Мне огнем жарят. Ты главное отвлекай. Я отвлек как мог. Все. Так, огнику искру отбил. Все, все, последний остался. Это победа. А у тебя таблетки нет, Давид? Ты, ну, есть, есть. Я выбиваю, просто она очень долго выбивается. Да, я знаю, да. Гибрид. Ну, кстати, как вариант, что у него их два, потому что, возможно, я один... Может, второй как пришел, не знаю, короче. А хотя бы, ну, в смысле, какой два инвиза. Короче, я какой-то инвиз пытался выбить, но почему-то не вывелся. Ну, по идее, сейчас попроще должно быть. Они кушака приняли на... это... на гибрида, бля. Серега, осторожнее тогда. Гибрид. Где они летят, я не вижу, бля. По левой стороне идут. Серега, скинь с левой стороны вот, по проходу. А, да, огонь нам можно кинуть на входе. Они не так, они не будут заменять. Дальше, дальше надо мне бросать. Ага, взлетает уже. Какан на мой. Дал Левику. Блять, опять меня забрали, загибали уже, не собираю. Да ты отвлекаешь, не парься. Тебя же гибрид забрал, на да? На самом деле плохо сделал, я не убил гибрида. Я минус, короче. Гибрид меня ну... сзади. Ты еще не минус, давай ты пойдите. Я сейчас лоханулся, во-первых, меня этот пидор забрал. А то не знаешь, о чем жопа, а то они подъезжают, короче, с своими толстыми дробашами, а меня Левик начинает пить. У него там 5000 хп у меня. Вот это херня. Вот, а сейчас я гибрида просто что-то уперся в эту. Я взял тошки, короче, какие-то летающие. Убивалку, хотел как раз гибрида тебя спасти, а в итоге стукнулся и... Не-не-не, гибрида, наверное, можешь не трогать. А кто тебе там жопу-то забрал? Гибрид подъехал, он забрал. Это гибрид тебя так слопал? Я знаешь, что, кстати, думаю, можно на них вообще в атаку пойти, а они сейчас подъедут. Да ладно, мы вылететь на них. И... Ну давай, поагрессивнее сыграем. По какой стороне будем? По прямой, то давай хоть я первый буду заходить, вот на меня Левик будет апаться. Ну, ладно, сейчас посмотрим. Просто гибрид, а, вон они. Не ждать, а просто забрать его. Вон он слева, а они все там слева. На них идем, да? Да, я думаю, что можно попробовать, я попробую сейчас здесь погонять. Еще Левик еще дам. Ой, блядь, я заметил, то я один дурачок. Ой, блядь. Я на крушаке. Заебись, лопатка, блядь.
заходит Серега. Да вижу, заебал. Как же он заебал? Блин, ну... Витя, откатись. А, блядь, ломай его, ломай. Ну, ёпт. Всё. Фу, блядь. Потерялся. Пиздец, потно сейчас было. Опять упёмся здесь немножко недавно. А я вообще как-то непонятно отыграл, блядь. Такая суматоха, я, блядь, вообще растерялся. Ну, нормально, ты играл, ты на колесах, тебя не трогали. А мне в каждую, сука, катку, меня въебывался какой-то ублюдок, блядь, колеса. Ну, так и должно быть. Ты вечно отвлекаешь. Капканы вообще перестали держать. Капканы просто в говно занерфили, реально. То есть, чувак проезжает по моему капкану, я начинаю, капкан сработал, а он просто срывает его и едет дальше. Пиздец. Здесь надо погревашку нагреть. Здесь они часто отстревают. Да это отошнюки такие только полетели, только так, я начал. Это, по-моему, январь, наверное, будет, нет? Два. Успел посмотреть. Да, я так, да. Так и знал, это январь, блядь. Ведь надо дистанцироваться от него. А ты, Коль, постарайся ему в бочину въебаться как-нибудь по возможности. Его, если ты вот стоп. Да, видишь, все равно выкруты. Он, главное, он к лозе страшный, если он упирается, тогда все, конец. А если он издалека, то там ну, так все страшно. Бля, карта не очень удобна. Прошу, мы же сегодня против них воевали. Там ну, ему в центре погано будет, если он, допустим, начал будет в центре. Смотри, огнем мы их вытащим. А, нет, из пепла, да? А, нет, есть. Все, отлично, то есть они в инвизе уже не проедут. На центр надо было кидать. Они же вон. Вон они. Серег, сюда на подходе, выкинь тоже это. Поставь метку, я куда. Ну, вот ну на карту посмотреть, прости, сложно. Так, я в инвизе. Так, он и все в инвизе. К нам заходит уже. Ой, блядь, у меня уже доскотина. Гибрид. Второй зашел, О, все. У меня вообще с одной тычкой. Они там все нагретые. Нагретые все вообще. Бля, у тебя... Не, он бы потом кратил, что ты ё-моё. Что ж он делает вообще? Охренеть вообще, пиздец. Пиздец, вообще изивина. Баланс, блядь, просто баланс, нахуй. Нагрел я всех. Мне с одной тычкой так один раз плюнул и все. И забрал. А что-то мне кажется, все-таки, наверное, я за то, чтобы Йонван понерфили. Я так подумал. Действительно, реально, ты употеешь, платишь 50 тысяч, или 60, или 70. А тут чувак покупает две пушки, по, ну, копеечные, и вот такое делает. Как-то, наверное, действительно это неправильно. С точки зрения. Не так, что можешь... Так, а может, на туда в сторону воды пить, чтобы он не так особо крутился? Йон, он как раз не крутится, его задача в тесноту кинуть. У него ж урон иде от ускоров. Заходит через этот мост. Да, вот он, у меня копейщик. Мимо поехал. Перевернулся. Йон, он перевернулся. Ой, блядь, сука, ну куда меня, блядь, понесло на? Нихуя себе, припастите, блядь, просто все, я мертвый, офигеть. Один зал, блядь, перевернутый видео, вообще похер просто. Блять, ну. Баланс, блять. Тебе знаешь, что вот, ну, вот до этого играли, короче, мы Левика пиздили, а наш на Левик собирал мелочь. Мне кажется, брать пушки. Вот если сейчас. Хотя я не знаю, это говно тоже зайдет. Ну, тоже залетает, забирай за секунду. Блядь. Правильно ты говоришь, пушка. Крышу ему отстреливать. Просто у них дохуя этих мелких говно, которые вырубаются и забирают. Вот мы, короче, смотри, до этого катали. Мы с Вадиком. На одинаковых крафтах, блядь, только он на этих мамонтах, а я на масиках. Мы тупо, короче, шли и это... Левику крышу, короче, стреляли, бля. Давай я пушку тогда тоже возьму. Коль, бери колесный свой этот крафт. Ну, блин. Вот, то есть ну, наш Левик ходил, мелочь забирал, потому что это светляки, это, блядь, очень больно. Это пиздец как больно. А, тоже мастика взяли. У этого жопа очень слабая. Это вот, вообще другой Левик. Потому задницу, если а, зайти. Так мы тем уже два раза слили, ёпт, это новая катка, блядь, что-то я тупанул. Карты просто одинаковые. Да. Ты смутил это. Кусиба. Кстати, Серега, на чем? Я взял пушки. Короче, пушки. Против этого Левика, который у них,
А у тебя пушки я на... Про прошлый бой, говорю. Скинь мне крафт такой на F. Короче, вот этот Левик еще, который у них зубило, он очень сильно горит, буквально 2 секунды в этом огне и все, и вздыхает. Понял, я возьму следующий катки тогда. Ну, я говорю, если что, он мне как раз кто-то врезался, блядь. Он упорится, и это... Нет, ну, зря меня толкнул. Прям вот я только прицелился, там одного щита я разбираю. Заходы. Левик здесь. 1300 лет. Кинул в жопу ему, да. Да ёпта твою мать. Чё кинул? Классно. Чё, происшло? Меня поймали, блин. А что случилось? Почему так все быстро кончилось? Я сраку зашел, приподнял и просто сраку у меня настояли. Да, я думал, он тебе в это морду зашел. Он меня зашкурил, кстати. Да. Меня, кстати, тоже зашкурили, да. Потом стрель просто отвалился, я поехал дальше. Недолго держали. Я взял поджигалку тогда, я не знаю, блядь, я уже. Так, пошли вкатывать, короче. Поехали, вокруг не вокруг нет. Этого Левика надо крутиться. Не надо к нему близко вообще подходить. Так, а у этого что-то мне показалось, у него мастики были отнуты, бля. На самом деле, вот на таких картах вот с узким проездом, я вот сам, у меня вот и второй Левик и был вот такой вот зубил. Да на базу залетаем просто, на их базу, в наглую, они в любом случае к нам должны будут зайти. Не, вон там они на центре встречают. Давай, я, короче, поеду туда, попробую, это прямо ближний кто-то едет, не знаю, похер. Пипа бросили, славно. Я нагрел. Еще да нагреваю. Бля, я вообще попадаю, нет, блядь. Сука. Еще нагреваю. Он горит, горит, он горит. Да, горит, ну, я ему все дал послать. Ему не за шкуры, витяне за собой. Короче, у него триггер. Ну, блин, у меня тоже есть. Серега, ты же продюрил триггер остался. Ты его можешь добить огнеметчиками. Блять, бить, это не просто, я же первый раз в жизни блядь, играю на такую. Нет, просто улетает. Блять. Это еще что такое, нахуй? Ты за задницу зацепил продюром. Горит Левик, нахуй. Левик минус. Какая-то хуйня еще осталась. Мастик. Ваня, ты что, лопнул? Да, ну блин, слушай, ко мне Левик зашел тут. Мастик еще. Можно, еще блядь. Тоже. Все, я отлетался. Сука, что если живые-то, блядь? Мне все время нагретые были, ну пацаны же видели, я все что мог. К сожалению, эта карта не дала против их именно этого Левика. Блин, я же ладушки спасили. Все время грел их нон-стопом, они все время красные были, и все равно они не сдохли, вот сволочи. Что, Серег, будешь сегодня рекорд бить, да? По бомблению это или ты что имеешь? По это, по корням. Корни, корни. Че за корни еще? Минус. Минус. По очкам. Ну я же, блин, сам видел, нагрел их все. Все тогда слезаю с этой хуйни, буду на то, что летать. Ты слушай, смотри, какой Левик. Кажется, это хуйня на самом деле хорошая хуйня. Ну давайте попробуем. Можем продолжить просто следующий бой там вести. Вадим про корни говорит. Ну я взял уже эту хрень нагревающую. Она полезная реально. Бочка. Тайфун. Йо, на самом деле ты можешь брать тошек и просто вторым боем, смотря какой у них там Левик, можно брать. Если что, ну просто ее держать в слоте. Может на базу залетать будем? Не будем? Дальники вообще, я не знаю, наверное, не будем. Там два дальника. Не говорю, что дальники. Гадяи. Тогда может урываться. Урываться тоже неплохо, в принципе. Ну, я не знаю, я мог бы, например, на Левика зайти. Он там, давайте крайнего отсекать. Я попробую на крайнего зайти. А, блин, нет, он уезжает. Вот они стягиваются потихоньку на меня. Точно, тут бочка. Ну давайте заходите. Нет, все, я врываюсь, это спасаю.
Хтось у Льовік возле мене. А, то Льовік був? Так, дав Льовіку. Давайте інфукті Льовік, ребят. Ось здесь вот он. Ну, бля. Чого Льовік? Меня тут трое пиздят, блядь. Факт. Я рядом еду. Ну, ты должен был давно быть рядом. А там у них что, и Лёвик что ли их не подъехал, или что, я так не понял? Ой, как обидно упороться-то, а фак. Пиздец, просто упоролся и всё нахуй. Это моя вина, бля. Ебучая карта нахер. Шверх, я, блядь, проиграл. Просто упоролся, и все, и под бочки. Охрененно, блин. Давайте надо эти буры купить. Ой, блин, сейчас вы забрали нафиг. Обыдно. Ну, я то лег там. Что помешало зайти? Врезался человек. Поехали в них. Тоже, блин, сразу пофиг, короче. Хотя, с другой стороны, вот... Ну да, наверное, стоит на них сразу ходить. Питер, блядь. Левик справа, можно Левика пересечь? Блядь. Короче, подстреливали у него пушки, в общем, бесит меня этот режим, нахуй. Ведь опять начинаешь бомбить. Да, меня начинает бомбить. Ну чё, я ничего не успел доехать, у меня нет одного тошек. Ну, попал тайфун, да, красавчик, молодец. Я, короче, а, вот он. Я в левую упоролся. С моральца начинаете, ничем всасывать после этого? Бочки с кем-то, на меня что-то реально очень просто трясет, дрожает. Жалею, что не любил. Че, у нас Левик еще какой-нибудь есть, нет? Да поехали, хорошо. Надо этот ёбан собрать и все, и пофиг. Ну, дополнительно да. Еще один Лёвик не помешает слот добавить. Лёвик, ну, он какой-то очень жесткий, как я понимаю, сложный в управлении, прям мистер. Ну так-то да, на нем еще зайти надо. Там разные бывают. Да, не киси. Тут надо рашить, мне кажется, как можно быстрее. Да. Идем, вкатываем. Да, пиздец. Перезарядка долгая, просто у меня вот Лёвик может забрать, пока эти пытаются забирать. На левой стороне или? Да лучше по бокам вообще не ходить, а контейнеры, чтобы прострелы, под прострел не попасть. Кому-то 130. По зеленому огоньку проехался, славно. Два, а что не суд-то, блять, уроды? Как у меня отвалились гиды обе, блин, а? Может, тебе Лёвик хуёвый? Я не знаю, просто у тебя это вроде... Это хуёвый, я вообще хочу его продать, пиздой его. Просто на зал попали две гиды, блин. Ну, сколь ломаем ебучку, блять, хуёво. Там, что ты ж бачишь, он быстрее крутится, чем я вот это. А мне уже что, у него искра осталась, а и триггер один остался. Ну ёпт. Сейчас я заберу. Ну я как мог сажался, не знаю, что. Сражался как лев. Ой, бля.
Левику мы столь, ну, сколько кидали. Он весь вроде развалился, но не развалился почему-то до конца. Я сейчас проиграл, потому что я первый какой-то залп неудачный, я не знаю, кто мне выстрелил, у меня отпали обе гиды. У меня сразу, я начал как раз с ним пошел воевать, и у меня нету двух гид, все. Попроси, может, у кого-то еще, Левик, как бы его скачаешь, те же все детали есть, соберешь другой и посмотришь. Просто как-то странно, гиды даже они внизу вроде расположены, они же должны закрыть, ну, как они эти отвалились. Прямо стрельнул мне под эту, под кабину каким-то образом, у меня две отвалились там. Получается. Редко отваливаются, конечно. Чуть-чуть минусы гиды. На своих, может, один раз отвалится. Ну, просто получается, что у нас это... Как назло, они на нас прям вот, сволочи, невезение какое-то нападает и мучает нас. Так, пепел первый, пепел сюда. Вижу, Лев. Справа заходит. В инвизе. Лев на мне. Заходи, к Ване, что ли? Сейчас у меня заберет Лев. Он врезался, блядь. Развернулся. Наш нагрет. Мне нравится то, что мы вот не кучка ездим, я пытаюсь... Я с тобой все время. Нет, ты тогда... Давлю их, он подогрев его. Сука, на меня заходит тварь, блядь. Две сельсон разбирает за секунду, блядь. Пилите хорошо играет, крутится так, как скотина. Да, мне надо было вообще тогда за ним ходить по кругу. Он был тут ехал, блядь, подальше. Я уже монитор хочется разбить. Нокаут, а надо, наверное, перерыв сделать, да. Да, иди это, поприседай там раз 100. Тогда точно злость отступит. Перетусовать как-нибудь, я не знаю, что происходит, что мы заливаем так это. Давайте еще 5 минут сделаем перерыв. Там тоже слива. Только мы вообще пиздец. Сколько мы успели? А, 2 победы к ряду. Нет. Капец, было 48, стало 76. Ну у них, короче, победа, а у нас точно так же, только вы эти сливы, блин. Ну, первый раз проиграли, потом 2 победы было, а потом 4 слива к ряду. Ну опять задезморалились, блять. Ну, видите, начинается отключать все, я ненавижу этот режим. Что я тоже начинаю переживать, начинаю тоже. Играть там еще что-то. Я лучше сравнение, я не знаю. И потом начинается ведь. То есть, ой, мне отстрелили гиды, ой, мне сразу с первого выстрела отвалилась, крыша свалилась. Нытье, короче, нытье, всегда играет против человека. Я начинаю, у меня руки трясутся, я нервничаю, начинаю думать, что надо блядь. Оптимистичнее. Оптимистичнее. Мы не в реальном бою, ёпты, чтобы нервничать. Это игра. Мы даже начнем, что мы даже не в серебре, то есть как бы, ну. И будет тоже желание разбить монитор. Потому что, как бы, реально, это самый ёбнутый режим, потому что он бесит, потому что, во-первых, его не хочется собирать, во-вторых, он безумно дорогой, во-вторых, ты понимаешь, что все это говно и зависит там, ну, короче говоря, не знаю, в общем, это, короче, необычное КВ, здесь нет никакого ни скилла, ничего, вообще просто... Нет, вообще-то есть, на самом-то деле. Ну, здесь и врезаться, и, как просто, говоря, смотри, даже вот там, фулл апнутый вообще Левик там, этот... На реликтах там у него там пиздец, крушаки, каратели, блять. Я его в жести перестреливал на говне каком-то, блять. На, сейчас скажу, бирюзовых пуликах, блять. Шило или что там, с одним чертенком, блять. На уравнителях и еще там какой-то ерунде. Вот. Так что, по сути, все зависит еще и от скилла. От грамотности, как входить. Что делать, короче говоря. Ну, стрелять-то по факту сам Левик, и огневая мощь у него зависит, да, тут, по факту от тебя зависит только вот просто как ты войдешь. Тебе особо думать по оружке не надо. А, если, например, есть кор просто, да, один предположим, вот, то с корпом можно просто вообще не ходить, и с кор пока там пусть все патроны свои там разряжает, настреливает. Например, ну, два скорпа есть, коли скорп есть у Вани. Ну, ты скажи, ты выдержишь нравится цей режим, что два скорпа стреляя, ты будешь, ты все равно что летишь.
Я вот не знаю, что хорошо, что плохо. Ты терпёшь, не знаешь, всё равно заидешь. Это, конечно, удобнее какие-нибудь два пиздец, какие жирных дробаша. Квадрата, который вот просто еду впереди, вот мне да понравилось, да, там Лёвик за ним едет, а впереди едут два жирных дробаша просто на Лёвика. Вот у них до хера ХП, вот они едут просто, на себя берут урон, а в это время их Лёвик накидывает меня, вот это я считаю, как, ну, самое стопроцентное. То здесь как бы не, даже не... А, вот, кстати, сейчас, секунду, прости, перебью. Не во мне, да, там? Север, у тебя такой же, да, там на эхо есть крафт, как у меня, да, только на мамонтах, так я понял? Да, ты про меня спрашиваешь, про мамонт эхо, да, есть. Вот, скинь, короче, он крусаут, пускай такой же соберет, мы будем играть в этом, блядь, три пушки. Просто пойдем, скинемся по Лёвику, бля, и все. Лучше у Влада взять крафт, почему? Потому что у него он более, ну, грамотный. Сейчас я, конечно, кину, просто проблема в том, что у меня он такой, как сказать, упрощен. Не, если кабина апнут, то скидай сапнутой кабиной. Угу. Там как раз у него кабина, по-моему, тоже на минус массу. Но там, смотри, сейчас, там у него проблема еще, ну, чем вот, например, мне не нравится, там пушки вперед стрелять не могут. Они параллельно друг другу стоят, только по бокам. Мой крафт да, может нет. Вперед стрелять. Фу, я не могу ему скинуть. Ой, блядь. У меня вообще нет места, блядь, совсем. Ваня, у тебя есть место? Так можно на выставке найти, например. Выставки-то можно, просто у меня, ну, там переделанный под а я мои... сейчас шукаю на... Ладно, сейчас я тогда, чё-то хня, свои... Я вообще жду эти ебучие чертежи, которые должны на наградах достаться в ближайшее время. Сейчас, секунду. Буквально мне от 3 уровня качнуть, я сегодня... Я сегодня купил за 198, склад, а чертежи. Зачем ты купил, тебе дадут в Battle Pass, это же Battle Pass не... Не. Так, сейчас, короче, я скину. Хорошая, кстати, цена 198. Ты помнишь, я по 350 продавал в свое время. Ну, и сегодня 198. Все, на, качай. Ого. Качал. Все, скачал. У меня партизанов нет на это дело. Ну, это перевес большой, сейчас гляну. Что... Ну, ты скачал крафт? Да, слушай. Все, я удаляю. Время КВ, говорят, нельзя типа обмениваться крафтами. Ого. Так, все, а теперь я пошел покурю. Есть.
Блин. И сейчас еще просто выше скала дамага в этих, потому что везде вот эти новые триггеры появились, блин. И у меня уже красот может не хватать еще из-за этого дамаги. А ты не докачал еще, да, до них? Нет. Я тоже. Так, а тут в чем крафт и бигфут ты есть? Что-то мне без капкана больше нравится, эта хрень. Что там? Это я сзади какие-то колеса стоять? Бигфут или просто какие-то? Не, это не бигфут, а сзади у меня эти стоят. С бешеных, короче, колеса новые. Колеса баги. Ну на их просто не матываешь. Ну, поставь какие-нибудь другие колеса тогда. А у тебя вообще затворники есть? Есть. Сзади. А, ну и славно. Сзади кто-то не поставил. Я поставил 2 биграмма. Беги на биграмма. Кстати, когда немножко сидишь, остываешь, он немножко тоже остывает. Еще помогает физическая нагрузка, приседания. Игру ударить тоже помогает. Обратно устанавливаешь. Весит кропали и устанавливается через стим там. Времени удалось. Вот пароль забыть, это да. Это косяк. Или удалить. Или можно еще, знаете, что сделать? Добавить аутентификатор и снести его нахер.
Все, туда. Будете потом нервничать. И сокращаться. Вот обычно КВ реально, у него вот кайфово. Интересно. Ну, тебе и с обычного КВ тоже. Бомбит. Ой, блин. Все, поехали. А, чё там? Ради два колеса. А кто зашёл? Привет. А, здорово. Привет. Как дела? Да, ну, нормально, Серёг, у тебя как? Так, нормально, тоже. С переменным успехом. Крокодил не ловится, не растет кокос. Я тебя понял. Четыре руды форманулись. Да, на этом все, да, можно идти, расходимся, короче. А у этих там как дела? Вроде хорошо, опять они он опять вот это 207 очков. Да. Даже как-то стыдно, не знаю, идти в бой сейчас. А чего не за левик вообще? Ну, это ты покруче. Повертая. А, ну на левик у нас этот Олег. Да ничего особенного. Стандартный. Два тошка, четыре этих черта. Триггеры, Аврора. Две гиды. Короче, по вооружению все то же самое. Ну да. Только у него левик, по-моему, 1011 хп, бля. У меня детали-то все есть, по идее. Угу. Там левик у него прям совсем какой-то неповоротливый. Ну, во всяком случае, он хорошо встречает. Ну, надо же подумать, может, как вариант на будущее, пока я там не продался нафиг. Тебе могут прям сейчас скинуть, попроси скинуть тебе. Я бы мог еще своего скинуть, да вот только не могу. Хорошо, объяснил. Ну, блин, у меня этот чертеж в моих чертежах остался, а на выставку-то я не смогу скинуть, оружки-то нету, колес нету. А, понял. Нету, ну. Мне там как раз, сколько у меня там, ну, грубо говоря, 10 тысяч хпшечки. Так, все, готов, я сказали бы. И в гараже летаю. Весь гараж уже замазонил, да, это. Подусих. Настраиваемся на бой. Да нет, что настраиваться-то. Че, первый SP берите или первый? Не, бери это. А ты мамки своего бери, да. Поначалу. Пойдем вкатим. По левику скинемся, крышку ему снимем нафиг. Потому что снять ему крышу, это все, это полдела. Ух ты, какой интересный левик. Такому вообще, наверное, стыдно будет проигрывать. Да, это машина смерти. Уракан. Я, если честно, даже не знаю, кто опаснее, блядь. Их не левик или его тиммейты. Со стырям это, конечно. Там еще ураган есть. Наверняка специально, чтобы инвиз сбивать. Они дефать будут прям 100 пудов. А чего с ней обсуждали? Коверные левики бывают реально? Да, бывают. Прям работают? А, нифига, смотри, залетают. Ну зато бига есть 77. Ага, это левик. Я дал. Так, 900 кому-то дал. Ага, пауку. Пытается тебя отъехать. Всё. А, да. Попробуем заехать к ним. О, левик по министральному урагану, я уходил. По мне тоже. Ща. Я вон залетаем, видите, залетаем, да. У нас ветер развернулся. Почему-то. Я тебя ждал, ну все, сейчас. А что мне ждать? Ой, блядь. Тут тебя это. Бью левика. Левик бьет меня. Конечно, у меня мне тут все будет. У меня левик ломает. Ну так в левика надо было заходить. Ну куда же по-твоему? Все, я минус. Я не буду больше первый заезжать.
Первый я залетел. Кто-то был там, это... Левик там уже, походу, плохой. У него ураган, тошнилка осталась. И аурорка, что ли. Блять. Короче, сносят мне крышу все эти штуки. Я, короче, слился. Я, короче, кажется, понял, что там у Левика еще. Барьеры, турели, бля. Мне защиту дают. А что не все живые, все живые все они? Если они в дефе стоять, то можно со скарпов попробовать побросать. Если заходит, то там барьер. Ну давай со скарпов возьмем, посмотрим. А ты бери тогда пепла. Пепл, кстати, замечательно зашел, да, да. Ну вот сейчас, да. Я прям поражаюсь на эту игру удивительную. Какие-то чуваки взяли, накидали какого-то кала по всей. Ты посмотри, площади. Он уже другого Левика взял. Блять, это пиздец. Вообще, кстати, поинтереснее будет, что он на горочке встанем и будем оттуда накидывать. Вообще не понимаю, на чем мне играть в эту игру. Ведь пока захавайся и сиди. Буду заходить. Я тут буду дефить вас, если что-то кто-то зайдет. На, вон Левик опять летит, нахуй. Левик первый. В инвизе. Выбивил. Прыгнул. Да, у нас. Немножко вкинул на 2000. Сиди. Ну мы типа стоим, правильно? Дай туда за это, за угол, блядь. За бугор. Сейчас вот он, Левик опять идет. Угу. На меня. А, еще, сука, дронов бросил. Что-то очень далеко. Они вон в кишке кидай в кишку эту. Блять, не могу их кидать, я за тобой здесь вверху. Вон их сито в кишке. Идут на под нами, да. Нагрел, нагрел, нагрел. Нагрел. Кто-то ведвизи по заходу. Да, Левик. Артур, не хочешь вместо меня зайти? А кто играет? На чем? Артур, нет Левика? Нету. Серёг, можешь нагреть? Здесь. На чем играете? Я ведь грею, видишь, ну, стараюсь. Еще вот нагрел. О-о-о. Капец. 10, 20. Всё, пизда, на. Странно, все нагретые вроде. Почему они не... Один минус. Ну, во всяком случае, паучок. Левик заход, да? Дал по Левику. 430 кабин дал. Так, отбыл ему последнюю путь. Сейчас приду. Сейчас еду. Блять, барьер поставил. Так, он, по-моему, лысый, только барьеры стали. Ага. Нагрел его опять. Где он там? А. Да пошел ты в жопу. Ублюдок. Нагрел опять. Потное говно я какое-то купил, блядь, мне вообще оно не нравится. Да что, нормальный пепел. Серёг, это, знаешь, как, ну, во-первых, попробуем, то есть ты из пепел не кидай, как просто так, чтобы чисто нагреть, а ты его кидай просто, когда именно... Опережение. Это, короче, когда я говорю, что я там, блядь, захожу, вот я захожу, и ты его как раз кидаешь вот как бы под меня. Просто Ланселочек, он из пепла своих тоже. Я нагрел, просто в соло кидает, а наш кто-то я нагрел. Просто ведь я говорю, сегодня первый раз в жизни на этом говне играю. Я понял, понять, это понять, как, ты, когда. Короче, можешь лишний раз не стрелять, если я там, ну, далеко не заходим, да, кидаешь. А так лучше, наоборот, сохрани и с зеленым вместе огнем. Вот, и потом, как бы, условно говоря, я говорю, там, что я захожу, да, например, там, что мы заезжаем, вот я в него там предположим, упоролся, кинул. Левик опять первый вылетел. 9 дал пауку. Сейчас можешь попрокидывать. В принципе, можешь, кстати, вообще Сереге. Серега можешь просто кидать чисто эти и все. Пусть не вижу, куда это кидаю. Ракетки-то полетели, блин. Меня. А
ты с инвизом или без? Вот, ну и все остальные тоже там, если что, ну, немножко поближе, чтобы сильно далеко не вылазить. И на базу, Левик, на базу. Все, Левик, по нагорку поднимайся. Серёг, осторожнее, на тебя идет, отходи. Да, вижу, 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 блять. Дронов на тебя бросил. Ебаные барьеры, блять. Барьеры поставил. Ну они у него тоже заканчиваются, в принципе. Да там их вообще-то можно поставить много. Ну, я штук 10 всего. Блять, сколько он может их ураганом бросать, ё-моё. Паскуда. Сумка. А и там барьер стоит. Инвиз, сука, выбили. Это будет средняя база, да, по идее? А. Если долго ждать. Да, пускай. Ой, блядь. Лёва поднимается. Витя, ты далеко? Я здесь прям с тобой. Вин внизу, внизу стоит. Поднимается на них на базу. Я просто боюсь, что его соус, меня инвиз сбили, а он, блядь. Блин, барьер поставил. Ну, забрал, пиздец, ну. В принципе, это... Одного какого-нибудь забрать. Хотя, не мог тоже на одного попробовать забрать в конце. Ты заебал своими ракетами уже. Хватает. Я, слушай, я так долго не проживу, ракетами. Это, поехали, я попробую сейчас заеду. Серега потом... Что-то лопнуло на 800 желтого в Левита. Потихонечку будем подходить, тоже, ребят, подтягивайтесь. Не, ну, вблизи нас заберет за секунду. Ага. Ну, в смысле, что не совсем я один заезжал. Ну, ты же дивися, ага. И можешь с левой стороны попробовать, если что, через город уходит. Господи, у них там еще и скорб есть, что ли? Меня побрили, не, блядь. Это не скорб, это этот штырь. У меня остался один из пепелителей. Меня просто пиздят просто безбожно они. Короче, я не знаю, решать сами. А я не понимаю, как ты так подставляешься. Ты можешь через я свити, накидывать. Я свити, потому что он может в любой момент заехать, понимаешь? Не, я скажу, если мы встречаемся. Сука, сука. Съебет этот ураган, блядь. Ну чё, будем делать? Я не знаю. Минута. Они там дефицит стоят, у них все прекрасно. Левик спрыгивает, по-моему. А, сейчас же будет центральный захват, блядь. Они еще избивают мои эти. Он на меня заходит, Вить. Он на меня заходит. Он развернулся обратно, поехал к себе на базу. Дронов на меня натравил. Уходи тогда, сейчас если он... Бля... А что мы не будем заезжать, да? Потому что слишком там опасно получается. Давай попробуем, да. На центральном захвате победить. Или на центральный заходим. Давай. Я просто все, у меня уже 200 хп осталось. Мне надо тогда улетай, да. Вообще а уматывай. Все, меня сейчас заберут. Ракеты пустил. Левик, справа заходи тогда. Меня забрали. Все, забрал одного. Давай еще одного. Меня тоже убили. Пока ничего. Давай мелкую. Что, ты уходишь, Витя, не? Все, все, уходи. Его позамкратили, блин, помогайте, бля, пацаны. Живи, главное, живи. А, вроде нормально все пока. Блин, не закрываешь обзор. А сейчас вот сейчас не могут не меня убить, да, пиздец. Миньона забирайте, блядь. Центральный захват пошел. Левик, Левик остался. Странный левиафан, очень странный. Вставай в круг, крутись тут. Рыть уже. Фу, ёпт. Пот какой-то адский, блядь, был, а не катка.
Недолго я сейчас пробой. Ну ничего, две лишних руды, кровь, фото. Блять, у меня сердце сейчас становится, честное слово. Блять, я старый, мне нельзя такие нагрузки, блять. Что там у вас? Нормально же получается? Ну пока да. Что, НКшка на скорпы продается? За эти безумные деньги. Ваня купил. Это... Покажешь потом, а ладно? Продумаю. Чё? Покажешь потом, говорю. Надо не вопрос. Там просто классно очень есть НКшка, которая за соревнования давались. Смолнии? Да-да-да, вот их как раз и продавали. Yeah. Так, бочка скорб. Скорб. Блять, это будет больно опять. Ой, слушайте, не а не в скорб надо врываться, надо врубаться. Можно врываться, да, бочка такая опасная. Ну, да, я думаю, что стоит на них-то прямо ехать. Ты, тебе главное не втыкаться, держись там где-нибудь рядышком, крутись по большому кругу. Вы можете как тяжелые тяжи ехать вперед, Серега за мной, чтобы потом чисто просто кинуть, когда я там буду. Ну да, в команде. Вот, а вы вдвоем как можете просто ехать прямо, если в лоб на них, рядом со мной, то это... Ух ты, как интересно, а это у них кто, блядь, уже первый, нахуй? Скорб. Инвизи там с... Блин, ты что, сзади Лёвик? А, там Лёвик. Ушёл от Лёвика. Дал кому-то чего-то там. Я Лёвика нагрел? Нормально. Лёвик нагрел, Лёвик нагрел, блядь, я на капкане сижу. Я тоже. И меня все скидывают, все уроды сейчас заберут меня, козлы. Бью Лёвик у меня. Сегодня минус Лёвик красненький чутка. Горю уже весь. Не, у меня скорпы скинулись, побрили. Привет. Меня побрили скорпы. Ой, нахуй. Что-то не горечь, не горечь. Да не, блядь, все, у меня половина отпала, крафт, нахуй. Я минус. Задницу Лёвику нагрел. Просто пидорские скорпы, блин, все перекосили, нахуй. Поэтому вот сейчас надо, знаешь, сразу выпускать трех собак, бля. Три собаки или увы, нормально было бы. Согласен. Что же собаки, не знаю. Ну, берите мамонтов и мастиков, колеса и пошли в катер. На скорости, что просто. Мы же хотели вроде не фристать. Что-то да. Херня какая-то получилась. Ну, эти потому что стоят, у нас паучок оказался. Ну, просто еще и мы же не видели, кто у них там. Короче, давайте быстрый крафт, чтобы прямо в них въехать и все, посмотрим. Всякую там заберу, просто скорпов этих надо давить, они не делают ничего. Они просто всю крышу вот разнесли, там все там полкрафта. Короче, идем как-то типа проходом, скидываемся по Лёвику, короче, и летим дальше на скорпов. Вот если вы немножко поедете чуть-чуть впереди меня, то так и надо. Да, по правой. Короче, скидываемся по Лёвику и потом идем ховеров давить. Мать, давай вперед. Ты большой страшный. Ха. Он скорп уже сверху. Я вон изи, вижу Лёвика. Поддал Лёвику чуть-чуть. Они вот они все тут на. А, вот скорб вижу. Один. Все, поехали. Сколько пока наш? А, еще и Лёвик тут на. Дал Лёвику. Ай-яй-яй-яй-яй. Дал скорпу. Скорб горит. Ой, блядь. Я минус, короче, блядь. Как так, Витя? Потому что едет Лёвик, стреляет скорпы, быстро он кидает бочку. Всё. Скорпы не стреляют, мы развлекали всю дорогу скорпов. Тут еще бочка есть. Как это спорно стрелял. Бочку хотел забрать, но в итоге Лёвик еще подъел крышу, отпал. Скорпов мы развлекали, причем жестко горел весь, излопнул скорп в итоге. Ну это одного, надо было, блин, как-то умотворить. Ладно, хуй с ним. Может поменяться меня? Ну ладно, оставим. Тошнилку думал взять, может быть, это. Все, Артур, ты тут? Я-то тут. Все, берите Артура. Не, нахуй, у меня коньяк, блин, нахуй надо. Ну ее. Ты же еще трезвый, так что бочки вперед. Не-не-не, мне сейчас жрать привезут. Коньяк. А, ну блин. У меня сегодня праздник. Че за праздник? Гражданство получил. О, поздравляю. Российское. Поздравляю. А до этого какое было?
Узбекская. Двойное сохранил или так нельзя? Двойное пока. Прикольно. Не знаю, может откажусь. Надо там, по идее, отказываться, наверное. Он знает. А какая страна Ближнего Востока наша, вот, которая бывший союз богатый? Казахстан. Казахи. Че, мы едем, не? Да, сейчас я так. А. Да и правда какой-то красный, другой. Ну, что тут быстро отваливается, что где покинули, скинулись по тебе. А скинь, кстати, крафт в эту в клановый чат, я посмотрю. Почему это вроде дред давал тебе дред, да? Тот давал тут. Да нет? Он с выставки рос, мы чуть-чуть наменялись. Ну там остальное просто говно еще хуже было. Тип какой-нибудь прям крепкий. Если ты его хочешь посмотреть, или что, или. Да, я хочу посмотреть. А? Не, скинь крафт, я ковыряюсь, посмотрю. Я просто, ну, лови на выставке сейчас. Ты там свой или подобный скидываешь? Я свой кидаю, просто. А. Это... Ты его потом удалять будешь? Ну, лучше удалю. Лучше даже как. Да, хорошо, я тогда быстренько скачаю. Сейчас думаю. Это, конечно, фигня с местом. А сколько у тебя ведь, по-моему, там через 6 штук 100, наверное? Сколько? У тебя прям очень много. Ну, 200. Чего, 200? Да шучу я. Серега. Там же это, если что, можно, короче, и чертеж, который понравился, лайкаешь и все. Его не обязательно прямо у себя в чертежах держать. Если, конечно, тот потом чертеж не удалят, то можно будет снова вернуться на него и посмотреть. Своего хочешь кинуть? Ну, ё-моё, что удалить-то, ёлки-палки? Ну, кто это, там чертежей, что ли, много? На выставке. Я просто, типа, летаю. Сиску ты не играл же, несколько раз с ним. Она у меня в моем просто сохранена. Бля, у ребят вообще все хорошо идет, блядь. Не от них надо вот скинуть крафт цвет, если можно. Ну, там новый игрок зашел, он, возможно, тащит то, что у него очень интересный крафт был. С 22 тысячами хп. Прикинь, нет, там как... не хп, там прочка. Прочка не есть, вот это. Ну, вот это огромный. Ну да, не хп, прочка. Это понятно. 20 лет мало. Должно быть половина 40. Прием, кинул группу. Все загрузил. Или грузит. Да, я загрузил все. Ну, я могу собрать, мне тут примерно только половины нету, чуть больше половины. Так что... Серега, собирай. Тут чуть-чуть совсем не хватает. Не, ну 9 косарей как-то маловато. Вот игры. Апнутых бэкграунд, все фигни. С огромным удовольствием. Когда там лучше. Гибрида бы собрал. Да. У меня из всего этого только Аврора есть. Это все, это и тушки, а так все прекрасно. Вот, а ты вот это знаете, купи это все, а потом езди и соси на нем. Вот что тебе... же я, видите, это как лудоман, что ли, столько донатить? Мало тебе будет бомбить так же. Так, что мне тут не хватает? Мне вот в мою Шкоду надо сдонатить, блять. 1100. То и больше. Тошки апнуты. А
единственное, что задание, если мы вот как-то делаем. В принципе. У меня должны быть уже вот новые триггеры. А что он тебе сыпется или что? Крыша отвалится. Крыша отваливается. Вот, а крыша еще не самая плохая, мы, если помнишь, переделывали. Ну да. Да, бодренький, зато крутится на одном месте прям лихо. Ну вот спереди, например, на лафет у тебя крыша не крепится. Там одну детальку, например, пониже опустить, и как раз будет хотя бы к этой, блядь, как его. Ну ездить он офигенно. Прям 120 км. Днище байли хотя бы прикрепится нормально. А то лафет, по сути, просто стоит. Вот тут ни для чего. Ну, кстати, вот, может быть, лафет, конечно. Причем, по-моему... А, понимаю. У тебя, короче, к лафетам спереди и сзади крыша вообще не крепится. Вопрос, типа, зачем они туда стоят? Ну, прямо от слова совсем, они просто, блядь, крайне приклеены. Просто посмотри, серьезно, у тебя, вот говорю, получается, крыша крепится на конструкционке, там, спереди, сзади, и все. И посередине, на одном лафете. Ладно, ребят. Давай. Приятного аппетита. Да. С праздником еще раз. А кто-то ушел у нас. Пришел, а кто-то ушел. Чего, из клана или чего? Да нет, не из кланов. Зашел, поздоровался. Да, но это был Миха, наверное. Да, Миха был точно. Ну да, что-то как странно, лафет действительно. Но он держит, в принципе, передние детали относительно. Ну, хрен знает, да, крышу он что-то не держит. Ну, я говорю. Может быть, еще из-за этого как раз-таки. Ваня, ты попросил, может, кинут ребята свой левик. И ведь попробовать на нем, на тестовом варианте. У него детали все равно все есть. Собрать будет не проблема. Ща, скажу. У тебя есть чертежка сохранить, Вить? Да. Ну там предупреждаю, я вот катал на том левике, там он это. Ну такой, неповоротливый особо. Здесь крыша отваливается, я не знаю, что лучше, блядь. Тут как бы тут вопрос сложный. У меня есть еще один левик 9600. Ну, что-то как-то, по-моему, там что-то... Там у ребят по 11к вон левики, я слышал. 10800, по-моему, кто-то говорил, правильно? У меня 10.98, а у Олега как раз почти 11, по-моему, или 11. Сейчас зайду к ним, короче, в канал, блин. Я знаю, просто может и правда пожирнее, если будет, может получше. Можешь продать мне испепелитель-то? Ну нахуй. Вот пепел офигенно, я говорю, пепел... Могуй, в данной ситуации. Чё, как у вас успехи? Прожмёмся в следующий бой. Не-не-не. Да ладно, не хочу я в пеплов играть. У меня чуть поднагрел, мне сразу крышу оторвали. Мы только хотели у тебя левика спросить. У меня, если, конечно, меня нагрели, и меня, блин, этот, блин, как его, тошиками накидал мне, блин, по крыше, по нагретой. Конечно, она, блядь, отваливается, какой бы левик бы не был. Еще, блядь, едешь, уворачиваешься от этого огня, блин. Смотришь, блядь, вперед, а на врага не фокусишь. Ну что, Олег, можно тебе такой... милости дождаться, скинуть какой? Левика. Левика? Вам какого, маневренного или жирного? Ща, пойду спрошу. Наверное, жирного. Маневренный есть, но у него, блядь, крыша тоже отваливается там. Ну,
Фигня, короче. Но у меня крыша не то чтобы прям очень отваливается. Не, ну там, короче, лень переделывать, а крыша там, блядь, только на средний лафет крепится и на конструкционке спереди. У меня спереди на лафет крепится, посередине на лафет и сзади на кабине. Ага. Не, а тут вообще как бы, тут вообще, короче, крыша, скажем так, вообще не крепится никуда, блядь. Да, 500. Кроме как на средний лафет. Тихо-тихо-тихо. Все, доиграем и кинем. Да, ну, зайдешь в группу там, может, там место будет, он два сразу сможет. Леви, да, 800. Я в клан скину. Ну, прежде чем кидать, там к нам зайдешь, скажешь. Инвиз, Левик. Так, я тут. Чё, кого? Ну, у него, короче, два варианта крафта. Помобильней, поманёвренней и жирный. Этот очень маневренный, который виден. Ты пробовал? На гараж выезжал на нем? Он прям супер быстрый. Проблема в том, что он тут не в этом дело. Наверное, он же не маневренный, а который жирный. Ну, возможно, а на ком он больше заходит? Не, ну вот эти триггеры, конечно, сильно мощнее, чем это. Старые. Я уже получил парочку халявных. Мне просто задание сделать, в принципе. Ага. Наверное, я бы тоже бы не получил. У меня еще куча заданий, мне все еще не сделали. Вообще все 60. Звук противный у этих новых триггеров. Да, у меня голова вообще триггеров болит нахуй. Звук непонятный. Я, может, как вариант, действительно, если там просто... Это может еще, может, из-за того, что Disney триггеры старые. Может быть. Ну, когда впиливаешь, да, там же, блядь, у них урон дохуя влетает. Ну, когда там, что там, сразу весь луч попадает, там урон бомбезный, блядь. Наносит 800% больше урона, проще говоря, по фулке. Ага. Что-то я 8 раз даже больше. Оп, триггера. Оп, триггера 500. На 300% больше дамаги, плюс еще сам урон меньше там. Что сильно получается. Сейчас они там, сейчас они закончат, должен Олег зайти в нашу группу. Я тебе два скидывать или один? Сейчас смотрю. Просто, ну, да. У меня место есть по два, в принципе. Угу. А ты крышу приделал, Витя, обратно? Ну как там, как пойду вон. Крышу. Тебе не сносит больше? Некуда ее ставить. Ваня, ты покритиковал, но не сказал, как закрепить, что ли? Так, ну смотри, спереди, короче, этот. Днище баги просто на один пин вниз опускаешь. И все. То есть вот эта вот хрень, она скрепляет лафет и днище баги малое. Скажем так, типа буковка Г, что ли, блядь. А вот сзади, сзади. А вот сзади, честно, я не знаю. Как крепить. От слова совсем. Хотя нет, вот вижу. Нет, не вижу. Потому что у меня нет там кабины. Я не понимаю, в кабине вообще крепится что-то хоть. Лафет, лафет. А, на кабине вообще не инвиз крепится. Бля, вот сзади, короче, это надо реально ковыряться, смотреть. Скинули, скинули. Качай, качай. Давай еще, Олег, второй тоже кидай. Этот можем удалять.
меня места нет ведь вообще. Совсем. Я с удовольствием все сохранил, все, что можно. Но у тебя получилось 3 штуки, я один докуплю, еще мне 2 места добавлю, наверное, если получится. Ну что, блин, все печально. 11 тысяч хп жирненький. По сути нету только этого, этих двух деструкторов. Там задание, возьми автопушку и зайди, сделай, короче. А маховик здесь зачем? И там может триггеры перезаряжать. Я не проверял, кстати, работает на них или нет. Кстати, хорошая идея. Чего? Не очень, не очень маневренный. Кстати, хороший, я сейчас проверю, работает ли маховик от триггера, блядь. А, да, в натуре, слушай, на триггере маховик тоже работает. А я никогда и не проверял и не заморачивался. Я ж там триггеров не катал. Слушай, ну, по-моему, возможно, и правда триггер. Я сейчас посмотрю. Так, скорость кончилась, своя посмотрю. Нет, ну я считаю, это сколько там? 4 секунды без маховика и за 3 секунды с маховиком. Считай на секунду, когда уменьшает. Эх, Олежка. Вообще, по ощущениям, вроде то же самое, кстати. Не. Сейчас вот я что сравню. Да вот смотри, нет, в гараже. Раз, два. Слушай, а нет, четыре. Быстрее, да, быстрее перезарядка. Почти 4 секунды с этим, ну, да. Короче, помогает. Интересно, а эхо помогает, да? Ну-ка, бля. А если еще на Левике двоечку прожать, то там, блядь, триггеры нахуй с этими новыми будут прям. О, кстати, слушай, реально с двойкой вообще триггеры колбасит. Да. Слушай, эхо тоже помогает. Надо запомнить. У меня, по сути, нету дробашей, причем здесь стоят дробаши молотопойки. Молотобои, в принципе, можно смело заменять на обычные. Так, не, в таком, не, в таком случае вообще, наверное, дробаши можно и не ставить. Наверное. Просто молоток, он хорош тем, то, что он это... Оружку стопят. То есть можешь подъехать и какое-то время еще урон не получить, пока Левик оружие разворачивает. Хотя бы вот один молоток, ну, по сути, должен на Любике стоять. Ну, если прям хороший Любик. А, что, Олег уже ушел? Он не стал второго скинуть. А может, сейчас этого потестим, он толстый, сейчас. Ну, ладно. Сейчас я триггер поставлю. Угу. Ничего, потом я Левика соберу. Я уже знаю, какого Левика собирать.
Ладно, пойду, короче, тогда басуску знаю. Я на этот деструктор не качнусь. Не успею. HP замучены, что ли? А, нет. Раз, два, три, четыре, пять уровней. Шесть, а может успею? Нет. Высоты не хватает, зараза, этим дробашам. И стреляют. Хотя не стреляют, вроде. А что происходит? Куда съелись? А тут? Да, вроде пожирнее, да? Собрали Лёвика? Поехали. Место, конечно, тяжеленькое, но с другой стороны, может, и к лучшему. Может быть. Сейчас проверим, посмотрим. Но он крутится вполне нормально.
типа 10500, но я думаю, что это из-за того, что кабина, скорее всего, прочка. Наверное. Там полная. У меня на самом деле то же самое, потому что у меня на устойчивость к урону даже лучше. Да, это еще лучше, по сути, кравки крепче. Отстой. Сейчас может вкачается, если это убрали. А как тебе вкачается? Ты же не на автопушках. А, то тебя все качается сразу, автопушки тоже. Так что все правильно. Все путем. Автопушки, наверное, нет. Ну, должны. Клан Бро. Или Бру. Скорб, гибрид. О, все купили новые эти штуки себе. Богатые братины. Чё за штуки? А, эти? Кашки? Модные, да. У меня к ним классовая неприязнь теперь. Ну все, выметайся из клана. Ты оскорбил мои чувства, бля. Это тоже буржуй, что ли? Видишь? Буржуи сплошные. Так, ой, надо, кстати, был... надо, кстати, лететь. Там два скорпа. Да, это что, заезжаем, да все, у них. Подъедем. Вон там у них слева кто-то. Ага. Кривой. Ух ты, блядь, а это слева. А можно попробовать. Скорп слева. На скорпа пробовать зайти. Зовите. Он съебался, походу, а? Где он? Где он? Нахуй, на, попал сразу. О, гибрид. Не, Левик не ломает полностью. Не справишься. Бля. Сейчас зачем? Дискретный модуль. А, ну, блядь, классно. Вечно на меня, блядь, а? Вижу. А, вы все уже сдулись. Да я поехал туда, обратно. По поводу пидораса зажать, с какого, блин, заколебали. На, я... Ну все, минус. Фу, блин, я чуть не туда посмотрел, я думал, нашего Левика забрали, что-то руки опустил, блин. Если бы знал, что у нас Лёва еще жив, я бы это, блядь, съебался бы от их, но... Пошел бы скорпа развлекать. Я уже мёртв. Не, этот быстро разваливается, Лёвик, тоже, ребят. Я ещё эти скорпы, конечно, сейчас тоже это... Я был, кстати, этот Левик. Давай, наверное, попробуем без тобой взять, не знаю. Здорово. Мощно чекнуло. Давай, короче, тогда мы сейчас Левика вкатим, а ты пока мелочь забирай. Хотя, наверное, гибрид сейчас опять в кого-нибудь воткнется. Я тогда помогать не буду. Бочку взяли. Так, ты Левик, да, Левик, говоришь? Угу. По сути, мы должны сейчас в Левик упороться, а ты езди мелочь, пизди. Вы его там можете потолкать, подобкрасить, по идее, получится. Ага, ну если получится, да. Там в кишке этот скорб. Я Левика не вижу. Он на базе там. Ага. Коль, ты не надо в кишку одному тебе. Гибрида принял. По Левику суданул. Кидай Левику. Блин, что я опять от... Ну зачем ты наших подпираешь? Терпи. О, все, хана их на Левику. Иди добивай. Он там совсем плохой. Ну вот, примерно все точно так же, блин. Как тут мне раньше, я со скорпами играл.
меня вот так вот они не колбасили. А сейчас почему-то они как будто лучше стали детали там ломать. То есть меня скорпы, ну, стреляли, ну, как бы... Ну, сбивали пушку. Ну. А сейчас что-то стреляют, полкрыши нет. Крыша, значит, плохая, наверное. Клевер, ты тот же? Не знаю. Ну, короче, они опять дефать будут. Короче, я сейчас опять первый залечу. Я за тобой не залечу. Так, все, наверное, скорбовка едет. Так, тут бочка кидает. Объезжаем, объезжаем. Сука, я врезался. Вижу левика. Сзади Левик, а, гибрид, да. Не вижу Левика, но Левик ушел, Левик, короче. Нет, на базе я от скорпов получаю. Все, я умер. Бля, неудачно вошел. Я делюсь парадоксом. Бля, я лопну. Крепкий. Этот умер, ехать, угу. Ломаем ебучку, блядь. Уроды. Опа. Ты своего старого левика взял? Да. Чувак, что-то опять отвалился, непонятно. Ну. Я же говорил то, что не крепится там крыша, блядь, вообще никуда. Ну вот. Зачем? Почему? Ну, ездит быстрее, надо что-то сделать, средний, надо, короче, эту крышу ебаную сделать. И ты передок дал, и в тебя отвалила вся крыша. Сука, блядь, один скорбный все испортил, блядь. Я думал, ты уже удалил нахрен этот крафт. Ну, тот мне еще так же расстреляли, у меня так же крыша от одного дома. Первый раунд вообще он просто слился, как нет. Едет медленно, тяжело, так даже мне расстрелялись. Где когда подлатать там, подмазать? Не детали. Давай я тебе сейчас это стрим включу. И тебе покажу, где, короче, это. А, нет, ну, или проще. Давай на том пока. Давай поедем пока на том. Я просто сейчас выставки бегу. Бля, ну уже. Так и будет. Ну слушай, если так крыша будет отваливаться, я, это я будет слива. Я поезжу на это на ребят. Ага. Вообще обидно, конечно, было. Вообще могли этих убедить, ребята. Вообще легко. Ну как нелегко, конечно. Да я и Левик еще проебал. Съебался куда-то. А я ж тебе кричал, Ник ездил прям по базе, по их базе. Да я видел, там он рядом с бочкой и с карпом крутился. У них передок крепкий. Ты вперед выставляешь, чтобы ты, чтоб Левик был. В передке там, как и в крыше, много конструкционно, блин, а это означает много хп. Поэтому нам, пушкарям, самое то. За счет сплэша, блять, хпшечки резать. Чё-то не доедем. А, у них есть это... пепел. У них пепел, ну, пошли задавим опять так же, наверное. Я не заметил, у них левит такой же, короче, сосиска. Ребят, вы долго разболтаете, как бы это, я тут страдаю. Оружие теряю, блин. Почему ты стреляешь? Я уже тут, вот у меня влетел. Я думал, что я вы, как... Левик. Только долго еще думал. По пеплу скинулся. Тут еще бочка рядом. Ой, блин. Ебаный капкан. Да что? Видите, блин. Да. Попал в Левик. Кабинку прям удачно. Где тут бочка, блять? Ну. Сейчас вот он вроде. Такая скорость, блин, и капкан ловит, идем, блин. Слушайте, это. Имейте совесть. Чего?
хорош уже, блин. Я стараюсь за все силы, Левика даже в кабинку застрелил, а вы все равно со 40 очков больше. Ну-ка, прекращайте, короче. Немедленно. Потом будут, блядь, пологом меня чморить. Главнее камушки, чем очки. Не очки важнее камушков, пизду. Камушки что же хорошо, я куплю потом этого. Вы вот сейчас камушки накопите и потратите на себя. А я как долбоёб буду эти камушки тратить на ещё один триггер, этот желтый, который мне нахер не сдался. Чтобы поставить его в Лёвик, это срано. Ты так богатый. И это, богатый чем, донатом? И знаменитый. Ну, как-то это... Чё-то... Давайте попробуем, может, ехать. Ну, я уже тут. Жду, я когда вы подтянетесь. Все, я встречаю. Ага. Левику дал. Блять, нагревают твари. Дал Левику. Все, еще Левику дам. Блять, 300 маловато, нахуй. Ой. Я бочку лопнул, еду к вам. Удачно заехал. Отлично, сейчас бочки дам. Не сильно. Левик у меня, я его держу, ребят, помогайте, пожалуйста. Все, отлично, я его поймал. Ну. Попробуй скажи, что я бесполезный был. Никто, никто так не скажет. Вот Коля уже сказал, слышишь? Я еще не такой стример. Бесполезный. Без? Вот, и наоборот, полезный. Полезный без. Нет, цей крафт на колесах поинтереснее. Пол дороги я его развертаю свободно. Ну да. А то, что я тогда на том катал, ты, блин, на пол карты развернулся. Ну, разница есть. Я вот, у меня тоже, короче, был паук, но только на мамонта, блин. Он мне вообще не зашел. Я его разобрал нахрен. А вот потом попробовал вот этот крафт. И я прям совсем по-другому заиграл. На мастике они еще поточнее будут, ну, чем... Мы с ними играли, мы с ними играли. Мы должны их раздавить вновь. Мы же... А, ну, значит, мы должны им отомстить. Они по ошибке выиграли. Мы что-то один на Скорпах, а то на Фейводе, по-моему, можешь проехать туда, если что, на базу ставить, либо гараж, если... Ну да. Да, там уже до горами вообще поедем. Не получать деньги. Зовите, зовите, ребят, вы куда? Вот они. Пепел кинули. Какой-то хер рядом будет совсем. Левик, 1200 дал. Не успел. Давайте-то проходом, бля, идем. Левик по кругу иде сзаду, сзаду заходит Левик. Дал этому, блять. Блять, на капкане сижу. Ай-ай-ай, Левик, что за барабан? Левик на воде. Дал Левику. Сука, не успел его испражать. Блять, я битву перевернул. Точнее, не я, видимо, меня упоролся, но получилось пиздец все. Да. Косяк. Еще в зеленом огне, круто. Ну я не виноват, ты просто влетел в меня, так и получилось. Я в Левика стреляю, хуяк, и все, еблысь, и пиздых. Хуйня вышла. Я обидно прям. Ага. Блять, мимо, ну ёпт.
Сейчас. Твою мать, как так вот это? Я не знаю. Вроде стрелял в него. А мы не успели по нему скинуться, да? Я просто ему только два раза успел кинуть. Получилось, короче, как-то как в рандоме, блядь. Ну, сейчас, возможно, еще то, что у него триггеры эти долбанные новые. Ну тебя просто передемажил. Просто на моих глазах происходило. Просто тебя передемагал. Я вижу, что у него сейчас за счет этих триггеров вот идет бонус. Знаешь, если поставить 4 этих желтых хуйни это, тогда может быть больше будет дамаги. Ладно, фигня. Обидно, досадно. Ладно, ладно, ладно. Потом нагрели же был, да? Ведь он не нагрели же эти уроды. Да фиг его знает, Левик тоже нагревает. Угу. Скорб, тошнилки. Не тошнилки, не тошнилки на Левике. Стали арбалетчиков дохерать на этих Левиках, и глобрюхи стали появляться. Странная тема. Ну им же урон добавили. Ну полетели. Попробуй через центр доехать. А где Левик-то, блядь? Слушай, я попробую, да, на мост еще заехать. Нахуя скорпа попробую. О, блин. О, вижу, Тайф нахуй справа отделился. Хрена себе, еще и Левик застревает, фак. Меня сзади забирает огник. Блядь, забрал. Так, 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 Лёва, Лёва. Дал Левик. Он в стену, упоролся, ребят. Отъезжает жопой. Да-да-да. 1200 дал Лёве. Блять. Пытался Лёву перевернуть. Все. Сейчас вот меня и скорости не хватает. Просто буксует. А чё, ты, мысли здесь еще в тебя этот, в этот воткнулся. Светляк, он тебе и стопу. Не, там поехал еще этого пушкаря, не мог застрять. Застрял еще, блин, как всегда, долбанный мост. По мосту нельзя проехать нафиг. Ехал, он просто в середине моста застопился офигенно. А там что-то мешает, по-моему, крафту. Ну там Миша хорошо дефится, просто не думал, что Левик там застревает. Ехал, просто скорость стал в ноль. Короче, погнали опять по стариночке, блять. Уткнемся в Лёва, если получится. А может здесь вот не крутиться тихонечко, встать краешком. Там вот, скорб и тайфон. А, я вот хочу в Левик уклеться, блять. Вот он, блядь. И Левик, Левик. Да, блядь. Забрал. Ой, блядь. Забрал на базе. Что я минус? Хуя себе, блядь. Я тебе говорю, блин, я убедился. Блядь. Вань, меня забирают, блядь. А я-то что сделаю? Сука, огнеметчик меня забрал, урод. Ну, не все, просто меня расстреляют. Не знаю, что справимся. Так, пизду вообще.
Мониторный режим. Ну, объективно, ребята лучше нас сыграли. Просто сама команда лучше сыграла, чем мы. Они как-то нас быстро забрали всех. В первой катке, второй катке. Это факт. Печально, больно, обидно. Ну, ребята сыгранные. Каждый знает, что ему надо делать. Они постоянно стреляют из карпов. С этой стороны они прекрасно летают, я прекрасно чувствую на мосту на этой карте. Мне кажется, нужно было мне не высовываться, стоять там внизу, а потихонечку стать там. А у нас тоже дальники есть, чтобы настреливать? Так не, не настреливать. Просто, не, как сказать, они же... Ну, там есть где спрятаться, просто стоять тихонечко, за вас захватывать краешком. Я не знаю. Скорпиощик это, блин, этот стреляешь издалека, так спрятишка, тын-тын, слепо съебался. Пока тебя отдельную сволочь не выделит какую-нибудь клоскомбатную, ты в шоколаде. Так, котик, мы вроде побеждали, а? Стараться из пепла очень быстро забрать и бочки мешать. Я попал в кого-то. Там нас накропали, но попал. Факт. Я, короче, буду заходить в этого хуя. Пытаться. У меня за вами едут четко, но будем летать сейчас. О, сейчас Левик куда? Левик, вон. А, он на, блядь, хотел сказать, на паузу нажал, на стоп, на. Левин горит. Дал ему еще. Есть шанс забрать его. Блять, сука, сейчас бочка меня заберет, нахуй. Я тебя лопнул. Ему там совсем хуево, но кабинка горит. Ну. Бочка даже не ховерная, блядь. Там же заместимся с ними, да? Ты непонятно не понял, у них два скарпа. Или он, блядь, так быстро переметнулся, на. А это пепел, блядь. Поехал один, кто-то сзади на базе стоит у нас. А у нас паучок. И мне что делать? Серег, я уеду. Не понял. Нет. Паучок по центру поехал, один сейчас будет заезжать. Прикольно. Я отъехал, блядь, вы заезжаете. Да, Левик, на мне Левик. Ну что происходит? Левик. Я минус. Я разворачиваюсь. Что могу сделать? Просто взять, заехать. Ну, развернуться хотя бы. Ну, поролся, ребят. Все, я сделал все, что смог. Вот, все. Уезжай. Пепел ебучий, а? Пизда, блядь. Пепел ебать. Захуеть, блин. И еще с капканом. Живучий, блять, вот этот, да, у меня тоже капкан, я просто, он как-то чересчур живучий, как видите. А у нас созерцатели, блять. Не, нет, какой, ну, а тогда почему он с тарана, короче, не вышел из инвиза? Удивительно, живучая тварь. Сука.
Я хочу как крафт, как у него. Ну, напиши, скинь свой крафт. Ребят, не надо ехать с другой стороны, когда я тебе просто постоянно... Я скарпа, короче, возьму. Если Левик впереди не едет, это не заезжайте туда. Я поехал сзади объезжать, просто двое заходят вперед. Не надо так делать. Че, это я развернулся, не надо. Я зашел Левику в задницу. Я понял, просто смотрю, что я пошел, мы с Серегой заехали, когда теперь вдвоем. В итоге... Я по сути-то на центре крутился, вот я выехал, блядь. Давайте, короче, погнали. Я обратно, блядь. А потом меня Витя бросил. Ну, бросил, я поехал, вон, и потом наши двое заходят. Просто вы заходите, как бы, ну, не глядя. Чуть не глядя, все, глядя. Вот что-то я рано вниз прожил. О, кто это тут уже? Попробуй на эту хуя зайти. Бочка, бочка. Попробуй на него заехать. Забрал бочку. Блять, на капкан, сука, сел. Нет, ты забрал пепла. Блять, сука. Все, слез с капкана. Бля, ну ебать, мне плохо. Левик сзади. Я ему дал нагревашку мощную. Ну, 507 очков. Зеленый огонек кинул. 507 очков. На Левик? В Левика. Мы набрали аж 10 труды за сегодняшний бой. Ну, нам бы, знаете, что сделать, хотя бы винрейт 50%, сейчас можно сказать, пока винрейт 30, наверное. 30. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Семь проигрышей на три победы, да, что-то хуёво как-то. Надо исправлять положение. Вот 50% это нормально. Ну, сейчас я соберу, блядь, эту, короче, тварь, которая будет грызаться людей и убивать их насмерть. Нормально будет. Я пушки беру. Ой, извините. Хитцы. Вить. А потом после катки спрошу. Поехали, не, да? Че? Коля, что ты опять паука-то берешь своего? Что ты с ним этим? Расстаться не можешь, блядь, никак. Бери колесника. Ну мы втроем на колесах. На колесах не играю, то вечно надо здесь або ехать далеко, просто. Просто мы с Ваней на колесах, а ты вечно на пауке, получается. И потом у тебя это ловим там вдали. Ладно, езжайте, все нормально, вы пока едете первые, если выйдем сейчас на скорпа. Не, то... о, бля, бочка вниз кидает. Не ходи туда, там бочка кидает. Ведь не ходи туда, там бочка кидает. Так я, слово в слово повторил. Ага. Всех этаж не кидает. Это Левик. Блин. Мама, помогите. Чуть не перенул. Это Левик, да? Да, это Левик. Дал Левику. Левик вот он у нас проходом. Я шел. В капкане сижу. Хожу сейчас в Левик надеюсь. Нет, ты один во всех воткнулся. У нас же там, Сергей сказал, что он на капкане сидит. Ну, я еще бочка кинула. Хочу наш. Вот он, Левик снова заходит. Ну ему хуёво, Вить. У тебя все шансы. Давай, ломай его полностью. Пока ховер буду развлекать. Сейчас Левик спрыгнет и всем конец будет, ну, врагам. О, я добавил. Чё, хуевшую рожу, блядь. Сука, да будешь убирать-то уже или нет?
Да он думает затащит. Скилл хочет показать. Вы нажал скилл, показал? Угу. Что-то я с вами больше не поеду, я лучше полечу в Наташнилка, а то в общем попа болит. Тоша кайдзена, да? Нет, по такого не привык. И на капкан сел, как начали в меня все, потом пяу-пяу. Ваня меня снял просто с капкана, он выстрелил из пушки. Ты ж меня снял, правильно? Я не знаю, наверное. Я старался. Ну, то есть я пытался, блин, но не знаю, получилось или нет. Ну, получилось, что я сразу поехал после того, как ты выстрел там. Так, ну тогда можно пока постоять чуть-чуть. Пока тошнилочкой можно прокидывать. Попадаешь хоть, нет? Нет, вообще ни разу, блядь. Ну выше бей. А где наш Левик? Аня. Боюсь тебя потерять. Дал там кому-то чуточку. О, они как-то в ряд выстроили, заебись. 79. Кому-то тоже повернули. Да, там какая-то морда красная была. Левик, походу, взлетает, нет? В инвизе. К нам. Нет. А, это Левик, да. Блять, у нас тут уже капкан. У нас Левик тут. У нас тут Левик. Блять, у меня лопнул. Как всегда, блять, меня, блять. Где он? Только что ж тут был, блять. Поверху проезжает, его кидает меня. Я не вижу. А, вон он, блять. Я никого не вижу, блядь. Да. Ну все, пизда, короче. Левик сзади меня оказался. Дал Левику. Я минус, блядь. Ёбаная карта, нахуй. Ну ёб. Бочка, блядь, разнесла, блядь. Тут дальний. А почему, кстати, к нам это на помощь-то никто не приехал? Я, наверное, секунд 20 говорил, что Лёва слева заходит. В итоге мы одного потеряли. Потом я еще безуспешно, блядь, пытался за Лёвиком прокатиться. Хуй за чё брать, я уже не понимаю, блядь. Мне бочки уже... бери 4 бочки. У меня нет бочек, блядь, видите. Ну, дай тебе бочку. Издалека кидают твари, блин, а мы, короче, не можем достать их. Нет, я стоял, да я доставал. Левик шел слева, я сказал, Левик заходит да, слева. Я... 20 секунд я все это говорил, блядь. В итоге мы... одного потеряли. Ну или с левой стороны, мы не знаю, может справа поехали, просто короче на них. Давай. Не идеальный вариант, чтобы вы вышли вперед Левика. Ну, в смысле на Левика вышли вперед вы. Чтобы он взял в прицел. Ну, если бы я увидел бы помощь, я бы полетел бы на Левика. Ну блин. Ну, сейчас, сейчас, давайте сто стоп. Ой-ой-ой. Забей. Витя просил, чтобы вперед заехали, ну вы точнее нет. Да ну, и я понял. Левик-то не бачил. Я тоже не вижу. Левик влево, наверное, в инвизии. Тут у нас прям рядом миньоны где-то, я не понимаю, ну-ка, где ну-ка. Они, блядь. Бля. Вот Левик, вижу. Дал Левик 800. Тоже 500 кинул. Витя как? Блядь, сука, ебаный капкан, блядь. Че Левик-то дал? Блять, по-нашему что ли я подал? Бля, еще и бочка тут у меня. Я тут троих развлекаю, ну, блядь. Все, не, пизда. Ну.
кончились бы все. Там же в другой пачке, как я понимаю, эти дробаши всякие, да, там у них по вооружению. Чего нет, нет там дробаши. Там кто-то говорил, что они играют на Гравостарах. Еще что-то такое. Гравостары там у нас уже разобрали. Там также мамонт, цунами, сверч. Может выбрать там, я не знаю. У Ильи там у него тайфун и тошек. Олег Левик. Фауст. Фауст мы не знаем. Неизвестно. Левик сказал, у него жнецы и искор. Ну, должно быть все, по идее, потому что у него там все опнутое. Вот как-то так. Сейчас я подойду через минуту буквально. По сути, мы проигрываем только из-за тактики, блин. Вот и все. Тут даже не ворушки дело. Пойду голову намочу, остужу свои мозги, горит, блядь.
Иван. Виктор. Ты здесь? Почему мы так сильно всасываем? Потому что мы все нубасы, но я с флагом. Че, вот, не знаю, я специально эти испепелители покупал, а то не помогает. Я не знаю, что делать, честно. У меня уже голова ум за разум заходит. Че, тутушки? Поехали дальше. Куда уж дальше-то? Ты хотел сказать глубже? Я думаю, может блокчейн поставить вместо дробаша. Не знаю. Блокчейн не строит. Погнали. Угу. Моя любимая карта. Обожаю, бля. Кинг. О, классно. Жирный мастодонт, сверчок, тошек, бункерный. Я уже не знаю, что делать. Хочу пойти в этот, как там, доктор Стрэндж, смотрел кто-нибудь? Ну. Естественно, все. Карл Мар... Как там назывался этот? Короче, туда. Хочу. Может, на них поехать? Ну давай, там у них этот есть на шнеках, жирненький. Может удобнее будет на них сзади напасть. Через мост. Сверчок как на мосту. Нарушил план. Сука, так и не попал, блядь. О, и этот тоже на мосту. Как интересно. Так, тошек вот, минус. А, что за дамага такая? Пипец вообще. Я минус, блин. Зашибись. Что мне такое дало? Я не знаю, я тоже убил. Как Йон вон будто дал. Сверчок что ли какой-то, я не знаю, блин. Мысочка я почти забрал, я в него упоролся. Слушайте, ребят, я что-то не знаю. Я считаю, в это говно вообще надо не ходить и все. Почему, ребята, получается? На бочках. Ходите, если нужна там помощь. Я вообще не хочу собирать там пушку желтую. Плюсом, не знаю. Какой толстый. Шнекоход. Дело в этом. Будешь кидать на мост. Я сейчас не знаю, что мне так шарахнуло. Я взял, тут не взял. Не взял, я не успел, я не сообразил. Я тошнилку взял. Хочу въехать и убить из гребаного. Сверчок мне, кстати, зафирачил. Сверчка, да. Ты что, что-то взорвал, может, тебе, я не знаю. Я просто чпок, ну, как бы был целый, фактически, вдруг просто четверть хп осталось. Че, вкатываем? Я с тобой еду, я не знаю. На скорпион. Свеж прострел. Где наш Витя? Есть коль только это. Что, на них пробуем? Ой-ой. Блин, как мы упороться, теперь не беремся. Где этот сверч ебучий, блять? Я хочу шмякнуть. Ну давай, давай, давай. Я ж вместо тебя получаю. Блин, я минус, блять. Вы зашли хоть, нет? Нет, у нас влево порезался. Я вместо него от мастодонта сосал урон.
очень быстрая дамага, вообще невероятная какая-то. Я не знаю, что происходит. У меня вообще без шансов просто. Может, еще, конечно, какие-то, я не знаю. У меня просто... Я живу. Просто сносит мне все нахер. Скорее всего, мастик тебе греет, и левик. Я не нагрет. У меня просто левик стреляет, я говорю, может, триггеры эти ебаные новые делают, я не знаю. У левик это просто тает вообще. Я не смог зайти. Я выехал, мне левик в спину начал кидать. Пока до сверча доехал, развалился. Ну я вот вас вот тащил, пока я вас не кидал в это время, сверчок. Если заменить все-таки на тошки какие-нибудь сиамы, не знаю. Или что-нибудь такое. У меня тошки взял. У меня сейчас тошки. Просто карта еще очень, очень сложная на самом деле, она просто невыносимая. Какая ебнутая игра, ты пиздец. Не, не знаю, я играю, мне нравится. Мне тоже. Хочу разбить комп, вообще удалить все нахер. Ну то что тебе не идет, ну это режим. Странный режим. Мы же иногда играем нормально, получается. Просто ну, левик у нас каждый раз такая. Я сейчас, мне надо, блядь, собрать себе два новых триггера на какую-то хуй, которые мне нахер не нужны. Вот. То есть мне, условно говоря, нужно продать дамки какие-нибудь, да, там свои 4 штуки, купить одну штуку. Эту херню. И вторую как бы собрать. То есть вот у меня будет 4 триггера, например, да, я их поставлю, окей, заменю. Вот, а мне это оружие нафиг не сдалось. Я в него на КВ не играю, я ненавижу этот режим вообще. Вот, меня это тут бесит. То есть фактически, я не знаю. Просто у нас почему-то всегда, когда мы играем в Левика, у нас почему-то ощущение такое какое-то превозмогание и садизма какого-то адского. Не мазохизма, именно не, садизма, потому что мы тебя мучим. Я бы полностью молчал, если бы вот как бы я был, так, не знаю, на бочках. Покидал, покидал. Я не знаю, у меня вот реально просто режима. Я не знаю, что делать, как побеждать. Я просто не понимаю. Я приезжаю и умираю, блин. Потому что тут Леофан упоролся, тут, блядь, их трое там. Хуй знает, я уже не знаю. Если посмотреть мастодонтов, в принципе, наверное. Ну, я не знаю, пушки издалека эти тайфы, да, стреляют. Они стреляют дальше, чем Левик стреляет. Всякие мастодонты, они стреляют вблизи. Быстро хорошо разваливают. Я не знаю. Ну, у них новые есть вот эти вот деструктор, лазерный бур, есть у них на Левике стоит. Левик меня вообще удручило, просто ездит, просто меня просто сносит. То есть он меня просто снес, я ему даже половину хп не снес. При том, что я не был сильно под огнем. Возможно, вот если там, не знаю, скорпы, тайфы как-то сносить просто до ранее, не вступать в бой, там сносить им эти пушки, а потом въезжать. А чем сносить, если у нас дальников нет? Только скорпов, если бы, ребята? Скорпы, скорпы и тайфы какие-нибудь. Просто них вот скорпы меня бреют нахер. Бочки, блядь, накидывают, я не знаю. Все попадает нахер. Более бочку можем... нагрел. Бочку ехал. Нагрел. О, вот он левит, нахуй. А, еще и бочка. Вот тут, еще... вот он левит. Я даже не знаю, что вы опять заходите, блин. Я вот не знаю, кто, ну, как, то ли я мудак, что я там сзади оказался, то ли это вроде не заходили. Скорпа забрали, да? Тут зашел. Да, мне левик забрал. Ну что там, бочка еще босса, надо осталось. Бочка и левик. Ну вот у меня передамаживает. Че я? Ну 2000 хп, он задымился. Мне не хватает дамаги. Нет, что я лопнул. Ну я бы кинул веки, левику кинул, скорпам кинул, всем кинул, блядь. Ну, возможно, сверхи были бы эффективнее с бочкой. Дамажить. О, ну просто я реально сейчас. Хуй его знает. Ехали, короче, вообще прям в тем в лоб и все. Потому что все равно у нас не получается, что-то нормально заезжаешь в том плане, что как в разнобой. Я с Ваней ехал, вроде нормально, с карпа залетел, кровь, я вообще не стрелял все это время, я его таскал, ломал. Потом кто-то не помог его добить.
Можно в Левика всем упороться, я не знаю. Я не понимаю, что тут происходит. Просто что-то все на дизморали и не вывозим. Ну, дизморали только я, наверное, думаю. Ну, ты же ведь заражаешь этим, понимаешь? Все, видишь, все притихли, все, тишина, все настроение, у всех говно. Я понимаю, что выигрывать хочется, поверь мне, тоже мне обидно, что я пологом в самом низу постоянно, блядь. Мне хочется тоже, ну, как... Ну, как не нужно? Нет, нужно. Блок один — это руда. Ну, руды тоже нет, получается. Блядь, капкан. Я еще не доехал уже, блядь, скорпы все снесли нахер. Лёвик, капкан. Тебя, Лёвик, за тебя. Дал Лёвику, подогрел. Половина оружия нет, блядь. Да съебали своими капканами, уроды, блядь. Я просто вешу, смотрите, что происходит. Левик минус почти. Занимаюсь скорпом. Ты не сможешь меня поднять, я в крышу упираюсь, здесь слишком жирный крафт. Тонко спокойствие. Толпатый мост, блять, опять пиздец. Не капканами все обосрали, я просто повис и повисел. Было прикольно. Ха! Просто... Ха-ха! На ребро его посадил, блять. Ну, тошнилки, вот тут что-то я держу, пошла хотя бы. С моей стороны. Ой, бля. Я еще перевернутого лежал, кидал, видели? Нет? Ты не обратил внимания? Я Джокер такой мне кидал, а то пытался перевернуть, а... А я упирался, жирный, хорошо. Под мостом упирался на них. Очень капканов много, ребят. В принципе, от бочки... Капканов там только... Капкан только у бочки. У тебя на них повис. Их два там. А вот, кстати, у скорпов я не видел. Наверное, капканов все-таки нет. Тут им лучше всего по КД играть. Я зовите ее, ты не знаю. Давайте центр захватим. Может, знаете, на двух дальних. Центр ближе. Ну, ладно, полетели. Там Левик как раз таки. Я на Леву сразу полетел. На мосту инвиз. Левик съебался куда-то. 1100 вот побольше. А вот и Левик, ну. Так, я рядом здесь с вами. Угу. Я сдулся нахуй. Я кидаю по нему дудаку. Стопнул его, блять. Ваня, объезжай меня. Объезжай меня, Вань. Так я умер, это не я. Или там тёзка. Что, мы все сдохли, что ли, уже? Да. Ну, на капкане сидели вдвоём. Нет, ничего. Я в тебя врезался, и мы на капкан заходим. А почему мы то выиграем, то проиграем? Одним и тем же, я ничего не понимаю. Сейчас почему просрали? Вот это как это, почему? Давайте разберем, почему просрали. Что случилось? Потому что как-то разделились, блядь. Я не знаю, по, что по мосту кто-то ехал, вот, нет? Куча. На мост кто-то заезжал, нет? Я ехал с Витей всю дорогу и стрелял в Левика. Там... Я спрыгнул, на этих все вместе, в принципе. Просто получилось, что сейчас ехал мост, эти, короче, два скорпа и Левик, и бочка, были все в куче. То есть, по большому счету, мне в кого домашний? Я беру Левика, например. Мне в это время... Тебе лучше мелочевку тогда расхуяривать. У меня куча скорпы накидывают, и бочка просто подъезжает, и мне по три бочки херачит. Мне этот крафт очень разваливается тоже от бочки сильно. Ну, от бочки, от бочки надо быть, ну, бить ее на расстоянии. Меня и Левик убивает, и скорпы меня убивают, просто сносит все в пизду. Вот, и при этом, как бы, хоть я кого не выбираю, то есть я и так проиграю. То есть я и Левику проиграю, и этим скорпам проигрываю с бочкой. Вот потому я говорю, я не знаю, что сейчас можно было сделать. Надо было ехать не с тобой, а на скорпов, получается. Не знаю, я это... Ну, так-то да. Можно попробовать, не знаю, попробуйте, правда, Серегу, может быть, я не знаю, на кого, на Тошку, может быть, я до этого в прошлый карте я скорпа воткнулся и жрал. Вот и надо. Ну, то есть у тебя такой более-менее милишный. Это я еще Левика могу более-менее станковать. Давай скорпа возьму, ладно. По камере, пока я не выезжаю, да, там, например, я на жду, а вы там стреляете по максимуму, сколько можете.
Отвечает миньон, я миньона забираю, если я вас крою. Отвечает левый. Три крушака и бочка тройная. Соответственно, если на меня Лёвик заходит, я например, бью Лёвик, а вы там херачите тоже где-то там из карпов по максимуму, да. То есть сейчас я, как бы, моя задача не заходить, например. Ну, да. Серёга, например, меня может крыть, пытаться, ну, просто на так, всякий случай. Если вдруг меня кто-то упорится, тоже меня защитить. Вот, а скорпы сейчас пока будут работать тогда. Просто по максимуму. Серёга, то есть себя защитить может. Я работаю, то есть дефи на вас. Ну, кидал там чутка. Как бы у тебя, кстати, чтобы ты меня не таранил. У меня еще фигня, не знаю, почему у меня не прорисовывается немножко это. Скажем, карта. Ну вот сейчас у скорпы тоже просто настреливайте. А как, ёпта, не, он за углом стоит и кидает бочки, блядь. Я могу только слева зайти. Я могу сзади, в принципе, не знаю, выехать. Кстати, блин. Коля, почему опять не на это, не на скорпе, ёлка-палки, он за угол на скорпе. Сейчас вот Коля заехал один на базу. Плюс не на скорпе, я думал, что вы накидываете. Я вообще ничего не понял, не продамажил. Охуенно. Ах ты ж, сука. Блядский рот. Все, я тоже, мне на бочке нахуй посадили. Ну, паскуда. Коля сейчас просто взял мастодонт и поехал первый заходить на базу в одиночку. Я поехал типа спасать Колю. Тебе надо луны так рядом стоять и набрасывать сдалека. Я могу набрасывать издалека Левика, правда? Ну да, основной. Вообще ты ошибаешься. Он вообще не стреляет, когда далеко. Я не могу стоять и настреливать. Во-первых, он сам цель выбирает, а во-вторых, у него и дамаги ни хрена нет, когда далеко. Потому что я не на скорости еду. Плюс он ничего и не вертится вдобавок, ничего, то что издалека я не могу стрелять. Там вся фишка в ускорах получается, правильно? Да. Коля, почему ты опять на этом мастодонте? Блин, мы же решили в два скорпа играть. Из двух скорпов настреливать, я вас крою. А Серега кроет меня, если что. Но я тебя тащил. Тащил от тебя крушака и убил его, но на этом мои полномочия все. Мастодон сейчас не знаю вообще зачем его. Ай, блядь. Сука, ни по одному ни разу не попал, блядь. Сейчас вот кто там заходит один? Справа. Я вот здесь вот. Вот он я. А я вот. Блять. Не заходите я сейчас. Ебаная, сука, защита. А мне вообще нет смысла заходить, я на скорпе, блять. Ну, я сейчас буду, вот я говорю, можно дать пострелять из скорпов, например. Я, например, никого не вижу, у меня прицела нет, блядь. И все гоньки собрал. А вот Лёвик, Лёвик. Они все ждут, потом резко начинают кидаться. Чё я минул? И Лёвик. Урон как берут на себя. Пушки на дрене, блядь. Я упоролся. Ну, я говорю, они все четко делают. И ждут, никто никуда не едет. И оружие не быстрое, блин. А, конечно. А, ну, смотри, видишь, вот. По-твоему, я вижу, с моим не получилось. Хули там от этих скатов. Они пошли на захват, блядь. Там встали, мы вниз сами приехали. У нас один такие. Я бы не заходил, например, на бочку, ничего. Просто вот, ну, вы бы могли, может, подошли стрелять или нет. Мне просто интересно, или не прокатило. Да ебануться. У нас 4 слива к ряду. Давайте попробуем. Скорпы. 2 штуки. Серега, я бы взял, наверное. Ты понимаешь, что надо смотреть по ситуации. Просто там, если будут все милишки, скорты, прости, не помогут тебе вообще ничего. Нет, нифига. Светляки попадались, разве нет? Ну, светляк только. Я просто предлагаю начинать со скорпов, например, и. Сереге я бы, наверное, взял бы даже тошек, которые ховерные. Этим лучше получается урона больше у тебя посмотрел последний раз. То есть
Да, ну как бы ховерный просто он очень. Он хорош из-под тяжка кидать. А если из-под тяжка не получается, если Левик на меня залетает, все, он меня сразу лопает, мгновенно. Ну окей, ладно, да, если так остаться. Тут я его стопать могу, хоть что-то могу сделать. С карпами. То есть, как бы я. Задача такая, что вы накидываете, я вообще не захожу. Вы максимально накидываете сколько можете. Я могу взять пушки вместо дошка. Ну просто тошнёк, я могу кого-то оттащить и убить его в одного. Это что такое? Ну и мамонта взять на колесах, я не знаю. Просто они из карпы несравнимы, это они же точные, а я своими мамонтами, блядь, только в упор могу стрелять. Хуй знает, короче. Гривашка, видишь, не зашла, получается. Хотя давайте здесь попробуем, мне уже, короче, на самом деле надо идти спать. Давай попробуем просто один бой. Два скорпа, Серега, не знаю, смотри сам. Давайте. На мой взгляд, Тошики, значит, лучше Тошики, наверное, ставить, потому что если что... Я могу взять, на гривашку могу взять, они будут кидать издалека, я буду кидать это прогревать, или не надо так? Я не знаю, смотри сам. Ну ладно, беру. Нагревашка классная, если ты нагрел. Умеешь на ней играть, да. Как вот тут нагревашка хорошо. Вот здесь вот я предлагаю просто отыграть именно от скорпов, то есть как бы класс. Вот здесь вот что, карта такая, что непонятно, что копии такие не понимаю. Мне жуки трясутся, реально. Копия. И правда. Вот сейчас вот как раз с скорпами работаете. То есть я пытаюсь фулл копия, ну окей, я попробую там куда-нибудь как-нибудь принять. На, он тебе пополам разрежет. Лучше всего Серега бы, если по прострелам его смог. Да как, у меня же ККД долгий, блядь, он объедет просто лужу и все. Я попробую, конечно, ведь. А, ты на пепле сейчас? Да, я взял пепел. Ну, сказали, что... Ну, сказали, скорпы взять, ребята, я буду, типа, нагревать, такой план был. Ну, в конце же сам сказал то, что, блин, да ты не знаешь, Серега, бери, что хочешь, вот, пожалуйста. Короче, я думал, что Серега возьмет. Тошек, ну нормально, ладно. Ты Тошиком пока не можешь кинуть лужу и милишку по идее там. Аккуратно. Вот уже кто-то тут кидал. Вот смотри, кидочка. На центре похоже. Ой-ой-ой. Вот они все в одном месте зажались. Ладно, трое. У них пипл хорошо прокидывает. У них, по идее, смотри, Левик там далеко один. Ну, у нас прям раш пачка, чтобы его зараш, правильно? Так, центр инвиз захода. Центр инвиз. Уже надо. Это Левик. Я кого-то выбил там. Это Левик. На, зеленый огонь, зеленый огонь, дал, зеленый огонь. Отлично. На меня фул копия, блядь. Да. Еще нагрел, Витя, еще нагрел. Супер, сейчас все красиво. Забрали. Так, копейщик убил. Манчестера убивают. Не, я жив. На воде заходы, один на ЖД. Бочка на воде. На ЖД, наверное, это, блядь. Сейчас пепел заберу пока. Пепел, да. Инсулин. Загорелся. Я на захват, наверное. Ну сейчас вот, кстати, прямо вообще по фэншую сделали все, мне кажется. Ну там ребята что-то сканули, блядь. Или у них паршивый зашел. Нужна помощь. Как больно они меня кидают. Точнее, это она. Бучка эта дурацкая. По-хорошему сейчас надо встать на базу и... Что, я возвращаюсь, что я уже сгорю, блядь, поломанный весь и... Я сейчас болит. Бочку заберу, я думаю. Туда, по идее, вообще против бочки идти опасно, блядь. В узком проходе бочка сама может Левика забрать. Ты так же остаюсь или чего? Оставайся так же. Останься, да. Просто тебе пока еще опыта нет на этой штуке. Пока работает. Сейчас я сдыру, пока ты хорошо не даешь проехать инвизи, это классно. Я одного выбил из инвиза, а эту поджег зеленым огнем, как ты просил. Бочку взял и... Вот, сейчас вообще классно, эту пару. На, бочка и была. Была бочка? Да, она же в проходе была. Накидывала. Да, пепел тоже был, и копи тоже. У них ничего не изменилось. Сейчас вот так же от скорпов работаем. Вот, а... Серега тут. Серега, короче, прожигает проходы и все.
зеленым огнем проводит. Так, а я даже пока дозаряжать не четвертого не вижу. Если винвиз чувствуете, то лучше... Куда кинуть? Стоит в винвизе центре. Подходы на нас. У меня копейщик. Дал ему. Забрал. Там и забрал плечет. Все, я минус. Ну, сверху я ему так несколько пушек я ему сбил. У него верх почти весь это. О, да. Витя, красавчик. Да на базу гибель, зайди там, убей. Да, я сейчас на базу зайду, чтобы этот пизда не бегал, блядь. Тут он меня забрал, козел. Вот бей его, ломай. Вот он виноват, да, бей его. Это все копия, блядь. Котеныш, обидел меня. Оскорбил. Лучше чувствую. Мы чуть-чуть сыграли криво, но в целом прикольно все равно. Вот, мне кажется, вот, когда действительно скорпы стоят накидывают, наверное, это прикольно. Да, у них просто пачка, у них пачка не для раша. О, мне зажигалочку зипа подарили. По сути, деф. Бочки, пепел. 12. Давайте, наверное, закончим. В целом, все равно, по камере чему-то научились. Мысли какие-то мне появились. Я думаю, что, во-первых, делаю... Во-первых, я все равно новый левик. Вот плюс я сделаю себе пушки, вот эти желтые. А! В следующем кап. Ага. Вот, и думаю, немножко тоже на магу вырастет. А. Вообще поел. А ты батл пас не брал, нет? Не, я спас им все стороны. Я просто пора бежать, не может быть, это. Да, ну, все равно нормально все, я думаю, на тренируемся, приспособимся. Ну, мне, наверное, кажется, что сейчас вот, возможно, и правда эффективнее, какие-то два скорпа и. Бочка, либо, ну, да, не всегда, ну да, не спорю, как бы тут смотри, как в бою надо смотреть, против кого играешь. Вот. Как бы, я и сам не против, то есть, ну, чего там отираж. Можно постреляться, но и при условии то, что. Если какие-нибудь милишки, да, например, ну, да, там эти, вы берете мастодонтов. Вот. А если вот всякие вот. В основном это просто два скорпа, например, и это. Угу. Вот. Ну, главное, на хорошей ноте закончили, а то как-то прям совсем печально, да, было. Да. Uh-huh. А на самом деле, что бомблю, ничего не могу с собой поделать. Потому что, видимо, устаешь на работе, да, что-то спать горе надо. Ну, смотри, зато это весь свой пар выпустил. Тоже хорошо. Спасибо за игру большое. Да, спасибо. В любом случае, тоже всем спасибо. Я обычно КВК штанок больше люблю, и под него я готов вообще жертвовать этими всякими своими складами, а тут что-то как-то прям нервно. Ладненько, ребят, 27 еще раз счастливо. Давай, да, до завтра. Давай.